Добрый вечер всем любителям второго Старкрафта. Вас приветствует Алекс007 и проект Clever Press. У нас начинается третий игровой день баталий в Legacy of the Void. И мы немножечко отдохнули вчера для того, чтобы так кое-что переосмыслить, я бы сказал. Для того, чтобы, может быть, поработать над ошибками. Собственно, у нас довольно интересные вещи произошли в Battle.net за то время, что меня не было. Почему-то, допустим, Battle.net благополучно забыл о том, что я вычеркивал карты. Я помню, что я вычеркивал еще одну, кажется, долину кактусов, за то, что у нее были какие-то там фейлы. Но, наверное, поразмыслив, я вычеркну вот эту карту. Она мне не нравится, несмотря на то, что здесь была одержана одна из самых крутых моих побед над Гуди. Мне все-таки эта карта показалась не идеальной для многих матчапов. И кроме того, я еще хотел исправить ходки на обсервера. Вот так. Вот теперь мы готовы. Теперь мы готовы к тому, чтобы начинать. И я с удовольствием приветствую всех, кто к нам присоединился. Какой у меня элло, я, признаться, понятия не имею и не уверен, что в Legacy of the Void это сейчас можно нормально измерять. Но если вы кинете какую-то ссылку, по которой будет понятно, что можно, то мы без проблем, в общем, это сделаем и с этим разберемся. Секунду. Так, мы начинаем, господа. Мы начинаем. О-хо-хо-хо! Вот это начало. Так. У нас уже... Ну, я не помню, с чего мы начинали в первый день. Но... Помню, что во второй день у нас было начало очень интересное. Ну, а сейчас как бы вообще без комментариев. Это черт возьми, очень мило. Вы понимаете, что не зря присоединились к самому началу? Напишите, кстати, как вам там фоновые звуки, не слишком ли громко, вся фигня, в общем. Нужно построить больше пилонов. Не хватает минералов. Ой, не зря вы к самому началу пришли, господа. Так, значится Верди. Значится Верди. Ну, хорошо, хорошо. Как быстро разведал. Это еще что такое? Ладно. Я не понимаю, в чем смысл, но он же не будет меня сейчас фотонить так глупо. Это типа майнер пайлон, как в Брудваре. Но в нем нет особого смысла, потому что он не запер ни одного моего рабочего. Построить Зилота с лотвовской экономикой совсем не сложно. Поэтому это, честно говоря, нечто странное. Ну ладно. Хорошо. Такс. Зилота я даже не буду бустить. Я не думаю, что я несу какие-то сильные потери от того, что у меня там... Да вообще реально это мелочи. То, сколько я денег теряю на этом... Абсолютные мелочи. Жизнь за Айур. Так. Несущественно. Буквально. Так, мы делаем Мазеркор. Делаем стал. Хотя нет, давайте Старгейт побыстрее все-таки. Требуется больше Веспера. Потом уже сталкером. Почему именно в такой последовательности? Ну... Мне кажется, что не пригодится прям быстрый сталкер. Быстрый сталкер нужен когда? Тогда, когда у него будет адепт. Ну или если у него будет адепт. Вот, ну, в принципе, я не знаю, как Верди играет в Legacy of the Void, естественно. Не знаю, нужно ли ждать адептов. Знаю, что я пойду в Nexus.
И здесь вот надо подумать, сделать оракул или все-таки... Я думаю, что все-таки мы ради сейфовости начнем с фениксов сразу. Оракул просто такой юнит, которого можно жестко отконтрить. Если я начну с фениксов и увижу, что он не будет готов к оракулам, то я без проблем потом... Секунду. Сколько феникс лимита занимает? 2. Отлично. Я без проблем потом оракула построю и смогу похарасить. А так-то, в общем-то, лучше первым сделать именно феникса. Это просто более надежно. Нет никакого адепта, действительно, мы правильно, в общем, правильное решение приняли. Ух ты! Я здесь, среди тебя. Это, признаться, для меня неожиданно. У нас одинаковые абсолютно по таймингу фениксы. Требуется больше веспена. Интересно. Честно говоря, не хочу с ним играть зеркалку феникса на феникса, это глупо довольно. Не хватает минералов. Это довольно глупо. На пустота. В общем, план такой, что я просто сейчас буду делать фениксов, но потихоньку переходить в блинк. А, вот тут у меня 3 раба. Аккуратненько. Так, тут готов варгейт. Вот мы делаем блинк. Естественно, продолжаем просто клепать рабов. На наши зомби напали. У меня больше фениксов, так что идем и убиваем. Теперь не больше. Все мы. Не хватает минералов. Тут обидно было, но ничего не поделаешь. Сталкерами надо какую-то нейтральную позицию занять, чтобы успевать и туда, и туда. Ну все, на 6 фениксах я уже останавливаюсь, я не хочу больше подстраивать. Но это будет минус. Детекции у нас в данный момент никакой, так что по фотонке. Давайте пробку на карту отправим, чтобы вообще получить какую-то инфу о том, что там происходит. Нам уже нужен третий Nexus, обратите внимание. Я тут только 2 раскачал, но... В общем... Уже нужен следующий. У меня даже 7 феникс. Это, конечно, многовато. Тихо-тихо, не так. Вот так. Добавляем гейтвей, понятно. Так, что у него с третьей базой? Это главное. О, я ж не туда пошел. Третья база-то не там. Пассивненько играем, скажете вы, но... Игра так с самого начала просто сложилась, что... Ну, я даже не знаю, как тут не играть пассивно. Что здесь? Имморталы. Имморталы мне нравятся.
темплар архива у меня нет, что ли? Темплар архива. Нужны. Большая ошибка вообще-то. За это мне могут сейчас всыпать люлей. Надеюсь, я успею получить архонов все-таки к какому-то первому конфликту. Да, вот он тут стоит. Мне очень не нравится его армия, честно говоря. У него только ставится Арбатик с Бэй. Там есть ошибка в экономике небольшая у него. Три раба. В смысле, ну да, три раба на одном кристаллике. На другом, наоборот, там фейл. Ну, что я вам скажу, сейчас у нас +2 будет готов. Я хочу пройтись до того, как у него там появятся адепты. А адепты у него появятся в целом довольно скоро. Нам понадобится пилон поближе. Вот еще одного воидрея подождем и пойдем. Ну, конечно, на случай дарков давайте все-таки Роботикс поставим. Все, идем вперед. База атакована. Готов у нас, +2 как раз. Что тут было вообще? Зилд какой-то. Там у него поступил, он понятно. Впустую потратил он этого пацана. Неправильные составы армии просто. Я уже много раз об этом говорил, когда играл против Вайта, когда играл еще какой-то ПВП. Помните, против Миндель ВК мы играли. Пока все протосы повторяют одну и ту же ошибку. Ну, я не знаю, это я, конечно, смело очень говорю про ошибку. Но, по крайней мере, у меня такое ощущение, что пока просто никто не понимает, какой состав армии нужно собирать в ПВП. То есть кто-то пытается строить дисрапторов, кто-то пытается строить там еще что-нибудь, не знаю. Но на самом деле правильным составом армии именно против протосов, которые идут через Роботикс, да и вообще, мне кажется, против кого угодно в данный момент, то есть против любого состава армии в ПВП, является именно такой состав армии, который собираю я. То есть воидреи, зилоты, архоны, ну, при необходимости там можно немного добавить фениксов. Ну, фениксы именно в качестве опенинга хороши. То есть на самом деле проблема Верди была в том, что, ну, он собрал неправильный состав армии, и этот состав армии не мог победить. Вот зачем ему имморталы? Интересно, сам Верди пытался подумать, зачем ему имморталы против этого состава армии? Против чего они? Они ему абсолютно никак не пригодились, и, в принципе, на самом деле, они ему были только в минус. Зато 324 АПМ, видите? Вот смотрите, армия Вэллы у нас абсолютно одинаковая, то есть Верди играл хорошо. Да, по рабочим он там вперед вышел, но это понятно, потому что я уже пошел в тайминговую атаку, там, в принципе, логично. Вот здесь, помните, он меня похарасил хорошо фениксами, молодец. Дальше у меня чуть-чуть мейн закончился, у него была раньше третья. Короче, он играл здорово. Вот, армия Вэллы у нас был абсолютно одинаковый, но он просто собрал неправильный состав армии, поэтому проиграл. Это, я надеюсь, вообще станет нашей хорошей традицией начинать каждый игровой день
в Legacy of the Void с победы над сильным соперником. Позавчера, во второй игровой день Лотова, мы начинали с победы над Банни. Вот, сегодня мы начали с победы над Верди. Это прикольно. Это как минимум прикольно. Жаль, конечно, что далеко не все, возможно, кто хотел бы на это посмотреть, увидели эту игру, потому что нас всего сейчас с вами там, господи, меньше 200 человек. Но что поделаешь? Надо было присоединяться к нам с самого начала. Я надеюсь, что впереди много очень хороших игр. Ну и сейчас мы сыграем еще раз. А почему нет? Почему нет? И снова PvP, обратите внимание. Ну, я даже не знаю. В принципе, можно, конечно, играть то же самое. Но хочется какого-то разнообразия, конечно, для вас прежде всего. Мне-то, в принципе, не сложно заставить себя сыграть абсолютно то же самое. К тому же, я считаю, я сыграл неплохо, ошибок серьезных не допускал. То есть, вполне можно было бы повторить всю эту тему, благо она работает. Но... Да, Верди снова нас разведает первым же рабочим. Кстати, я забыл посмотреть, а как сказался Маннер Пайлон? Вот совсем никак или что-то с него все-таки было, что я не заметил. Давайте посмотрим, нет ли тут какого-то там, я не знаю, зафотонивания, прочей фигни. Не, ну вроде все нормально. Давайте в этот раз чуть по-другому сыграем. Я предлагаю в этот раз сыграть через Nexus. Это очень рискованный билд, и, собственно, меня Вайт наказал, блин, пушем с одной базы за него, не далее, как раз в предыдущей игровой день Лотва. Но вот мне интересно было бы попробовать еще раз сыграть. В принципе, я вижу потенциал у этого билда. То есть тут отличие просто заключается в том, что получается не все рабочие сразу направляются на газ. Кстати, уже нет смысла разведывать. Не все рабочие сразу направляются на газ. За счет этого получается больше минералов. И видите, по газу мы четко вот получили сталкера. Застройку будем делать от потенциальных дропов дисрапторов. То есть мы тут пилоны аккуратно будем расставлять по периметру. Да свершится правосудие. Ну и сейчас просто нужно будет наклепать как можно больше сталкеров. Я не знаю, честно говоря, ждать от него снова Феникса или не ждать. Я здесь, среди... Ну давайте Твайлайт поставим, есть у меня одна идея. Дабы нам... Давайте пойдем. Не хватает минералов. Адепт. Мои. Ну, это фигня. От этого мы сейчас отобьемся. А может, второй сталкер просто будет. Пока не похоже на то, чтобы мне понадобился блинк. Хотя, естественно, никто не помешает ему сейчас перейти в Феникса. Ну, посмотрим. В общем, спешить с блинком сильно не будем.
Я ожидал прилета на натурал, честно говоря. Ну ладно. Ого! На наши зомби напали. Я здесь, среди теней. Боюсь, я совсем не успеваю. Интересный такой пушек. Я выхожу из тени. Отступаем в тень. База атакована. Недостаточно энергии. Что ты? Направляй. Я выхожу из тени. На наши зомби напали. Не было Nexus, правильно? Может, он его где-то поставил, конечно. Может, у него вообще прокси-робо какой-то, фиг знает. Что сейчас происходит? Там оракул появился, но оракула... Что такое? Где детекция, как он получил? Ну ладно. Сердце. Так! Того, что мы имеем? Мы имеем довольно интересную ситуацию, безусловно. Я ему пробок там убил довольно мало. На наши зомби напали. Три оракула у него. Пустота. Что я тут? Что ты? Жаку. Мы. Требуется больше Виспена. Если бы хватило немного мультитаска мне размикрить дарками лучше, то был бы другой разговор. Я даже не знаю. Не справится. Он пока не ставит Nexus. Хорошо. Так, чувствую, что больше рабочих мне уже не нужно. Потому что все заканчивается. Недостаточно энергии. Да. Недостаточно энергии. Он, кстати, так и не убил ни одного раба. Усиление псионной сети. Я здесь. Ну да, как я и думал, он будет продолжать просто пушить с одной базы, поэтому я правильно не рыпался. Здесь, среди теней. Мне главное успеть блин как-нибудь получить. Он зачем-то разогрев свой потратил. Недостаточно энергии. Нужно построить больше пилонов. Сейчас будет пилон. Игра, конечно, такая, знаете, на выносливость. Опс. Этот довыпендривался. Я здесь, среди теней. Недостаточно энергии. Разработка завершена. Я здесь, среди теней. Там даже иммортал. Не хватает минералов. Рабов больше вообще не вижу смысла достраивать, что-то, потому что... Месторождение минералов истощено. Хорошо.
что ты... Потому что сейчас все закончится просто. Куда их достраивать-то? Я здесь, среди... Требуется больше Виспена. Подвластно смерти. Я слишком здесь, быстро. Среди теней. Сталкеры умирают, очень много ДПСа там. Не успевают микривать. Ого. Здесь, среди теней. Ну что, давайте с рабочими. А то чем дальше, тем хуже будет. Надо, чтобы хотя бы вот первые удары от имморталов приняли на себя рабочие. Хотя бы вот несколько первых. На наши зомби напали. Да-да-да, там оракулы на фоне, это понятно все. Интересная игра. У него был такой забавный пуш с одной базы. От меня просто дарки. Прикольно вышло. На самом деле очень прикольно. Хорошая игра. Давайте посмотрим. Ну, понятно, что я по билду просто проиграл, потому что у меня Fast Nexus, а у него супер быстрый пуш. Через Voidrave и 3 гейта. То есть я просто вслепую решил похалявить. Ну, а он вслепую пошел в такой улын. Мне интересно, что было по рабочим. Угу. Но все-таки, если бы не оракулы, то может было бы все чуть лучше, но... Ну, ставил вообще второй Nexus, интересно. Хотя... Ну ладно, давайте посмотрим. Так. Понятно, разведка. Тоже быстро добывает два газа. Вот в это время я ставлю дома Nexus. Старгейт. Я так понимаю, что он Даркшайна не видел до последнего момента. Думал, видимо, что это пилон. Ну, как бы он должен был увидеть, но не увидел, похоже, Даркшайна. Кстати, если бы я... Вы помните, что я вот сюда хотел ехать, ставить пилон для Даркшайна? Вот это я был бы красавчик вообще. Пилон. У меня был бы просто пилон года. Да, но здесь понятно, то есть я, смотрите, я просто сижу, халявлю, 30 рабов построил на 2 Нексуса, даже каких 30 я построил? 39 рабочих, да. То есть понятно, что я проиграл просто по билду. Но дальше... Дальше у меня была надежда определенная на Дарков. Оракул ждет указаний. Понятно, что оракулы могут быть детекторами, но все-таки в лотве это немного сложнее, чем в Heart of the Swarm. Я тоже чуть проспал, отдал сталкерам. Так, ну и вот он просто ставит прокси-робу, понятно. Кстати, похоже, я из Дарков максимум вышел, только надо было раньше пилона ему начать убивать, наверное. Или Nexus. Ну, одним Дарком, с другой стороны. Вот если бы у меня были деньги на второго Дарка, можно было бы варпнуть второго и просто убить Nexus. Тогда это, конечно, была бы победа, но одним Дарком я бы никак не мог успеть. Поэтому я просто убивал пилоны, что мне показалось тоже нормальным решением. Так, ну и вверх появился Observer. Того сейчас по рабам было 15 на 15 ровно. Ну и мы оба активно рабов строили. А дальше я пропустил оракула. Ну прикольно. Опять же, самое главное сейчас вот интересно посмотреть, он вышел дальше на Nexus или нет. У него-то тут с экономикой все окей. По сравнению с моей. Удобно, конечно, что прокси роба, прокси старгейт. Я еще удивлялся, че шимортал и так... Круто подходит.
Да, ну вот он поставил Nexus, то есть я на самом деле вышел очень вовремя. Я вышел просто в идеальный момент, когда он в Nexus вложился, но он еще и близко не начал работать. И даже еще четвертый Immortal не вышел. Ну, в принципе, я из этой ситуации максимум извлек. То есть мы проиграли по билду, потому что я решил халявить, он решил олынить. И, в общем, все понятно дальше. Говорят, забегание Зелка с адептом неплохо зашло. Не знаю, я не согласен. Мне кажется, оно вообще ничего не сделало. Ну, убило двух пробок там или трех. Что такое сейчас 2-3 пробки? Спрашивают постоянно, не раздражают ли меня бледные цвета на миникарте. Что, почему вообще Blizzard сделали такие бледные цвета? Не знаю, мне все норм. По поводу того, что есть два разных имени, вот обратите внимание, у меня тоже есть Алекс Е, есть Алекс 007. То же самое, там есть Верди, есть Рейл. Просто одно из этих имен это Battle Tag. Вот Алекс Е, допустим, это Battle Tag, там не может быть цифр. А другое это имя в Battle.net. Это разные вещи. Ну, вам не обязательно, конечно, разбираться во всех этих тонкостях, но, в общем, разные вещи реально. Не знаю, почему я не сделал стенку, это очень глупо. Играем против Адон минуса еще одного хорошего известного протоса. Вот, но то, что я не сделал стенку, заставит меня в итоге поставить стенку факту, потому что без стенки нельзя. Те самые адепты Теранов-то они вообще изнасилуют. И нравится мне еще, что постоянно спайки, как-то сегодня и с пингом туго, и с спайками туго. Ух ты, ёлы-палы. Пойдем чинить. Конечно, сервер где-то в Америке расположен, поэтому мне наивно ждать норм пинга, но все равно как-то... Очень неприятно играть. Хорошо. Что, я пробит? Я проиграю? Ладно, тогда уходим. Опа! Недостаточно респект. Недостаточно респена. Вот такая у нас будет стенка. Ну, нормально, это не худший вариант. Конечно, там со спайками, с пингом. Это такое вообще издевательство над Старкрафтом. Ничего не поделаешь. Ну, из-за того, что был немного задержан барак, и вообще много всего было задержано, мы сейчас влепим второй ЦЦ побыстрее. Хотя это не по билду. Так, CV-шку отменим, потому что сейчас очень много трат у нас. Завершено. Что в приоритете? В приоритете, наверное, мина. Вот так вот от адепта в мина. Потом два раба. И только теперь я могу себе позволить новый... В смысле, два марика, и только теперь я могу позволить себе новую CV-шку. Вот так. Есть работенка. Я не помню, как играет Адон минус, любит ли он Оракулов или нет, но, безусловно, турель нужно будет поставить. Ну, здесь я, так, на всякий случай, если он решит пойти в позднего адепта, мину оставил. Все недостаточно и недостаточно. Все, и прямо сейчас турель. Уже приходит время Старгейта, чувствую. Полезно играть рандомом, ты как бы в курсе всех таймингов. Хочешь, не хочешь. Недостаточно минералов. Куда мы будем высаживаться? Вот сюда куда-то. Надо, как правило, брать пространство между базами. Недостаточно минералов.
Недостаточно минералов. Улучшение недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Этот билд я уже играл неоднократно. Недостаточно пристройка минералов. Завершена. Недостаточно минералов. Ой-ой-ой, ну что ж такое-то? Кто-нибудь вытащит меня отсюда. Просто ждал. Ну не дождусь. Дадим им жару. Ага, я вляпался. Дадим им жару. Нет, твой попутчик. Я уже заждал. Ну, в общем, он просто нас ждал дома с фениксами. И, естественно, ничего хорошего из этого не могло получиться. Делаем циклона, две мины. Там мину одну оставили. Ну нормально. Могло быть, в принципе, хуже. Да, вот так, например. Давай, удиви меня. Вооружу. Я уже заждался. Да ну кто? Ну как так? Ну, я не знаю уже, что я могу сделать. Ему откровенно повезло только что, что он схватил две мины сразу, как они появились. Я думаю, что тут уже не выиграть. Ну то есть все, он просто кемпит продакшн, и как бы я ничего не могу сделать. Могу вот так типа кайтить. Выиграв время для мин. Здесь нельзя. Еще сапплайблок, оказывается, давно. Требуются дополнительные хранилища. Ну или недавно, не знаю. Скорее. Ой. Больше действия! Требуются дополнительные хранилища. Хочешь не хочешь, надо идти в третий ЦЦ. Давайте турель в продакшене. В общем, ситуация очень тяжелая, но будем бороться. Недостаточно веспена. Требуются дополнительные хранилища. Фигня с сапплаями. Безусловно, нужно будет попытаться там проехать как-то. Требуются дополнительные хранилища. Требуются дополнительные хранилища. Месторождение минералов. Требуются дополнительные хранилища. Там столько дополнительных хранилищ тебе будет, милая леди. Как у нас скучно приходится все делать. Давайте побольше таких рандомных минок, которых он не будет ждать. Я думаю, что там мы сделаем планетарку. Почему-то мне так сильно захотелось. Ну и можно попробовать сейчас проехаться. Во-первых, да, все-таки планетарку. Во-первых, смысл в том, что мы отвлечем его от перехода на третью. Во-вторых, мы, возможно, что-то нахарасим. Хотя я не склонен питать какие-то иллюзии по этому поводу. Контроль карты, конечно, 100%. Боже, как здорово, что я делал планетарку. Может, это меня сейчас и спасет. Ну, с другой стороны. Улучшение завершено.
Спокойно. Недостаточно энергии. Есть! Отследуют за мной! Ваши войска атакованы. Система! Я ворот! Ой! Парни, я пошутил. Извините. Резерв готов. Улучшение завершено. Недостаточно минералов. Вроде мы как-то там отбились. Но все равно кемпить на трех базах мы не можем, потому что у нас скоро базы все закончатся. Там, видите, четвертый Нексус пошел. Что там как-то попробовать выйти сейчас? Не знаю, реально, так быстро все заканчивается, это просто жесть. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть опять какая-то хрень со стенкой или нет? Требуется дополнительное хранилище. Да, еще supply block сейчас, но в общем надо пытаться идти вперед и что-то сделать. Нам еще дают от Мазер Шипко. Отследуют за мной. Ну, это даже было близко. Хотя недостаточно близко. ГГ. Конечно, в самом начале я просто по билду проиграл, потому что дропать на фениксов, ну, сами понимаете, я прилетаю, там 4 феникса. В чем разговор? То есть он феникс даже до Нексуса поставил. Феникс, в смысле, Старгейт. Ну, как бы тут говорить не о чем. Надо подумать. С одной стороны, понимаете, можно, конечно, разведывать, но с другой стороны, мне разведка не даст так уж много информации. Потому что можно что угодно делать. Не знаю, тут не совсем понятно, честно говоря, как Терну правильно в такой ситуации действовать. Но с одной стороны, конечно, если бы я пошел в 14 ЦЦ от обороны, то я был бы в отличном положении. Но как бы с другой стороны... Какая мотивация идти в обычную 14 ЦЦ? Очень много хард-кантер билдов. Пока, конечно, много рандома, много вот поражений по билдордеру. Сегодня вот мы, видите, два раза проиграли, оба раза прям четко по билду. Не знаю. Вообще, через фениксов, конечно, это очень ультимативные опенинги. Это просто жесть, какие ультимативные опенинги. Нет смысла играть иначе, как через фениксов, по-хорошему. Причем и в ПВТ, и в ПВП. Вот в ЗВП уже немного другая история. Нам нужно больше минералов. Здесь, в принципе, есть больше шансов зацепиться, я думаю, у нас. Нам нужно больше минералов. Да, что ж ты еще не кликаешь-то нормально? Вот так. Этот дрон сюда, здесь дрон лишний. А ты едешь ставить хату. Вот это, блин, скорость разведки, а? Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Ну чё, давайте теперь оставаться там, смотреть, не будут ли нас фотонить. Очень важно посмотреть, сейчас куда поехала пробка. Атакует улей. Пока просто рак атакует улей, это нормально. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Все, Терен возвращается домой. Ну хорошо. В смысле не домой, а к нам домой. Теперь нас фотонить уже точно не будут.
по логике вещей. Иначе почему бы это ему было не сделать намного раньше? Да, и он просто уезжает. Супер! Какой у нас будет план? Я бы очень хотел... Помните, я на этой карте против китайца одного играл в дабл зерглингов с апгрейдами, с переходом фаст-слонов. Я бы на самом деле очень хотел сыграть так же. Но пока я не знаю, насколько... Насколько эти билды реально хороши, потому что фактически я этот билд пробовал один раз. И он сработал клёво, но... Не означает, что он глобально хороший. Сейчас мы сделаем все-таки двух зерглингов, потому что надо хотя бы посмотреть в целом, чем занимается соперник. И откроемся через четырех королев. Потому что мы не знаем, как играет Адон минус все еще. А он вполне может играть через тех же фениксов и в этом матчапе. Джон точно на одном из ближних респаунов, но на каком именно мы сейчас узнаем. Оверлорды на позицию для залета. Где ставить третью базу, сейчас посмотрим. Это тоже зависит от того, где именно наш соперник появился. Вот там. Ну, хорошо. Нам нужно больше минералов. Значит, здесь спорка. Там нет смысла, я думаю, сэкономим пока. Оверлордов нам нужно больше. Вот что нам точно нужно больше. Недостаточно энергии. Недостаточно энергии. Не хватает видеозатирателей. Конечно, эти реплики на русском языке постоянно, учитывая то, что я играю в основном на английском, они так весьма забавно. Воспринимаются постоянно. У меня точно должен был быть здесь уже газ. Все, с газом все нормально. Крип тянем. Грейды делаем. Лейер тоже делаем. И видим выход на третью. Который мы немножко напряжем, но без фанатизма, потому что мы тоже выходим на третью. И, в общем, смысл нам слишком сильно рыпаться. Побежали. Не хватает надзирателей. Нагленько так нагленько у него, конечно, тут все. Но в целом я ничего не имею против. Ух ты, мне уже нужна новая база. Давайте сразу две поставим. Очень поздно у меня заказывается хайф. Боюсь, что... Давайте все-таки инфесторов сделаем.
то мы можем не дожить до адреналина, до слонов и до всего на свете. Не дожить. Имеет смысл разведать, что там. Ой, чё ж ты у нас не в бинде. А тут уже действительно все плохо. Ну ладно. Опа. К нам идут. Да что ж тут такое у меня? Ну, аддон минус. Ну чего так скучно, господи, ну. Что это за пуши такие? Не хочет мне просто дать дожить до слонов. Я ни до слонов, ни до адреналина, походу, никак не дотерплю. Смотрите, как он зажимается. Просто я не успел с технологиями, конечно, вот такие тайминги будут все-таки контрить. То, во что я перехожу. Там еще апгрейд, плюс 2 на атаку, он контрит мои 1-1. Ну, в общем, понятно. Тут особо ничего не сделаешь. Нужны были ревейджеры или любые другие юниты. Не знаю, видимо, он просто разведал, увидел, что я перехожу вот в такого рода состав армии и наказал просто обычной тайминговой атакой. Я бы не сказал, что меня было очень мало, но, конечно, по армии Value просто у меня минеральная армия, у него газовая, поэтому армия Value отличается очень сильно. А так не то, чтобы я там перехалявил прям. Сколько у меня? 65 рабочих было, это нормально. Ну, я не знаю, почему Адон Минус так играет. Это такой, знаете, классический ходсовский all-in. В общем, ладно, больше в таком стиле играть не буду. Мне очень нравились быстрые слоны, но до них просто не дожить. До них не дожить абсолютно, точно так же, как не дожить до других серьезных технологий. Поэтому, ну, будем играть то же самое, но все-таки с помощью ревейджеров. То есть ставить Roach Warren, сливать газ в ревейджеров активно и из ревейджера лингов переходить в ультралингов. Вот такой план. Здесь стопудово опять Адон Минус будет Феникса выиграть, это и ёжику, понятно, я думаю. Так что мы тоже будем играть Фениксов, потому что, ну реально, это слишком выгодный билд. Я не вижу ему ни одной резонной альтернативы. Кроме, опять же, кстати, может мне просто прокси Дарков попробовать? Я не заметил, чтобы Адон Минус был фанатом Роботикса. Да, знаете что, давайте мы попробуем просто в Дарков выйти. Прокси Дарк Шрайн поставить. Именно прокси на этот раз. А не как сверди было. Даже пойдем разведаем. Ты чуть промахнулся. Ну ладно. Так, все на газах по 3, все хорошо. Это еще куда мы приехали? Ну что, давай, 2 газа там у тебя вовсю, естественно. Ну, не знаю, я уверен, в общем, что это Старгейт.
А, Dark Shine мы поставим где-то вот здесь потом. Разместите строение в энергетическом поле. Да свершится правосудие. Не хватает минералов. Вот хорошее место. Я здесь, среди теней. Ставим минеральные линии от адептов. Эй! Да стрелять, колотить, чего? Охренеть! Тебе не стыдно, Адон Минус? Требуется больше Виспена. Требуется больше Виспена. Среди теней. Разместите строение в энергетическом поле. Ну, понятно. Мои навыки адепт. Который, похоже, увидел Dark Shine, кстати, я не уверен, но, по-моему, увидел. Пусть уснут навек. Что ты предложишь? Я здесь, среди теней. Ну, что мы будем делать? Будем просто идти в макро отсюда. На наши зомби напали. Ради возмездия. Dark Shine не хочу отменять, пригодится. Сердце. Я при этом не буду ставить себе Роботикс, который у него должен быть. Не будем же отменять, да? Ну да, газа вроде много, как бы, по барабану. Сейчас просто отправим Дарка пешочком с нашей базы. Почему нет? Так, чисто прогуляться, посмотреть там, чем Адон Минус занимается. Вот сами давайте фотоночку-то влепим. Ибо мало ли что. Чардж делаем сразу, Старгейт поставим сейчас. Ну, тут все понятно. Меня ждали. Страшного. Теперь самое главное, чтобы вся эта гопша ко мне не пришла. Что она может. У меня-то тут легкая халява. Я здесь, среди теней. Что можно сказать? Я надеюсь, что магиты успеют доделаться и чардж там как-нибудь успеет. Ой-ой-ой. Ну плохо все. Думаю, накажет нашу халяву сейчас более получно. Да что ж так агрессивно-то играет, господи. У него хоть Nexus есть, интересно. Столько всего прям. Пипец. Не нужен мне тут уже плюс 2 никакой. Охренеть тут. Фигни всякой. Ну да, ГГ. Серьезно, у него хотя бы был Nexus, мне интересно, или это просто блинк-пуши с одной базы?
Так, внимательно, давайте. Гейт, газы, кибернетка, Твайлайт, Блинк, два гейта, робо, да, был Нексус. 609, это что такое? 609, это после варпа моих дарков, ну то есть очень поздно. Ну да. Ну, естественно, я тут халявил, потому что я был уверен, что там будет опенинг через Старгейт. На самом деле, просто игра была проиграна на моменте, когда он нашел мою пробку, которая должна была ставить Dark Shrine. Собственно. Вот и все. Безусловно, Адон минус игрок очень сильный. С ним мне довольно сложно будет. Ну, в принципе, ближе всего я мог бы зацепиться в ЗВП просто немножечко другим билдордером. И здесь, конечно, я не знаю, как он нашел мою пробку, но вот как-то нашел, молодец, красавчик. Безусловно, просто робо по дефолту сейчас мало кто ставит. Поэтому, если бы не было детекции, то был бы совсем другой разговор. Ну, молодец, Адон минус. Теперь мы будем играть против Терна Обливион. Отличный выпуск журнала. Спасибо, Полин. Что за новый юнит из Гейта выходит? Это товарищи-адепты, если не знакомы, то... Ну, не знаю, посмотрите видео там различные. Мое, в том числе, видео, где мы обозревали новых юнитов. Хороший юнит такой, но ничего сверхособенного, честно говоря. И я, допустим, сначала им пользовался, но потом перестал, потому что не вижу смысла в этом вложении ресурсов. Хотя, на самом деле, нужно подумать, с точки зрения разведки в ПВП, юнит очень неплохой. Кошмар такой пинг. Рэндом. My race. Это черт, овера я заказал до хэ через перепугу. Ну ладно, ничего страшного. Так, ты идешь сюда. Это у нас Теран. Это у нас Теран. Очень мило. Что он выпендривается? Теперь поставим пул. Немножко кривой у меня вышел билдордер, но ничего страшного. Может так даже лучше. Хотя. Вот приехал товарищ на разведку. Ну что, сильно страшно то, что ты не знал мою расу первые 3 минуты. Какие 3 минуты? Минуту. Такая разведка даже быстрая. Легаси удвоит. Все быстрое. Одни только мы как были тормозами, так и остались. А так-то все, конечно, быстрое, да. Какую-то чушь там заказывают. Гидролюра пуш, вы вообще. Ну, я не знаю. Понимаете, что это не особо реализуемо глобально. Вы учтите, я не знаю, вы там смотрели, наверное, какие-то стримы вроде адольфовских, где. Ну, просто пацаны играть не умеют, там какое-то золото, и там можно делать все что угодно. Видите, против кого я играю? У меня 2 игры против Верди, потом 3 игры против Адон минуса. Вы думаете, тут можно сидеть и играть что угодно? Особенно игроку моего уровня? Ребят, ну, серьезно. Я буду играть сейчас такие самые-самые вот прям играбельные, с моей точки зрения, стратегии. Никаких абсолютно отклонений от стандартов, которые я для себя выстроил за это время. Если вы думаете, что у меня запас по уровню игры достаточный для того, чтобы можно было так играючи с прогеймерами расправляться, так, знаете, фу, и расправился, то вы сильно ошибаетесь. Не то, что мы прям вот играем жестко на победу, конечно, я много экспериментирую, но суть в том, что эксперименты должны быть оправданы, то есть... Должна быть какая-то мотивация в этих экспериментах, а не просто эксперименты ради экспериментов. Вот я, допустим, попробовал выйти в быстрых дарков. Это такая штука, имеющая право на жизнь. Но тоже весьма ограниченное право, как мы успели понять.
Надо лететь смотреть, что там. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Наши войска атакованы. Факта на реакторе, но это похоже на циклонов классических уже в Лотве. Циклонов с гелионами. Ракулей наш атакует. В общем, привычная картина. И вот теперь можно строить собак. Атакует улей. Нам нужно больше минералов. Ого. Там прям серьезный пуш. Вроде нормально там, как-то мы его поймали на гиперагрессии. Все, похалявили, хватит. Снова нужны линги. Еще и к тому же такая, блин, такое положение неприятное. Срочно сюда всеми квинами идем. Инфестейшн готов? Сразу хайф. Да что ж, не надо так быстро минералы-то, ну пожалуйста, ну я ж не успеваю просто вообще ничего с такой жестью. Камон. Немного позабегаем сейчас. Самое главное — выиграть время до адреналина. Атакованный. И до слонов, конечно. И, видимо, так как он будет продолжать строить банши, то и... Атакованный.
Кованый. Гидры придется немного добавить. Все нормально, видите? Хорошо, забежали. Давайте еще туда. Но... адреналин. Ультралис Кевин поставил? Поставил. Очень жаль, конечно, то, что вот сейчас произошло. Это сильно бьет по моим перспективам. Не-не-не-не-не-не. Нет, пожалуйста. Ну, блин, да что ж ДПС-то такой, ну? Прекрати. Прекрати. Чуть-чуть до слонов осталось. Чуть-чуть. И лимита еще нет. И денег нет, да ничего нет. Технологии есть, денег нет. Жуть какая. Не хватает надзирателя. Тут тоже все закончилось. Чуть-чуть сюда рабов. Чуть-чуть сюда рабов. Что это такое? Атакует улья. Оно. Не надо, пожалуйста. Развитие завершено. Куда идут наши баньши? Большой, большой секрет. И не расскажем мы о нем. И нет, и нет, и нет. Потому что баньшей тоже нет. Нам нужно больше. Е, слоники, наконец-то. Боже мой. Как я вас ждал, дорогие мои, как я вас ждал. Просто... сколько игр я уже пытался вас выйти. Вы не поверите, милые мои слоники. Нам нужно больше баз, тогда будет больше минералов. Глупая женщина, ты все время видишь следствие, но не видишь причину. Все, мы ждем доп апгрейда. Вот как только он будет готов, то мы сразу идем вперед. И да, гидроден я же хотел. Ну, у меня в принципе норм этих милых дам королев. Давайте это еще пробьем. Все, идем вперед. Наши войска атакованы. Я, правда, не знаю, куда именно вперед нам лучше пойти. Давайте так, с двух сторон красивенько. Давайте. Отличная идея, погнали. Вот этими отступить. Атакует улей. Наши рабочие атакованы. Наши войска. Ой, я вас умоляю. Урок первый. Никогда не выходить слонами слишком далеко вперед. Наши войска атакованы.
Урок второй. Достраивать дома королев, чтобы были инъекции. Урок третий. Не заходить за пределы крипа. Иначе ни хрена не будет. Так, что-то заказываем. Давайте... Блин, ну я не знаю. Он сидит вроде на своих этих базах там. Сколько их у него? Немного, короче. Что можно построить сейчас? Давайте еще одну волну слонов, а я пока подумаю, что еще мы будем строить. Сейчас надо базами нашими заняться, потому что... Много мы потеряли. Ой, уже нет денег, видите? Уже не стоит вопрос, что бы такого построить. Потому что денег нет. Ну вот здесь нужно, конечно, ему не дать так просто вернуться на базу. До свидания. Мы можем строить только на свет. Атакует улей. Стрелять, колотить там циклонов с хилбатами, а? Месторождение минералов, выработок, наши войска. Входим, входим аккуратно. Он зафокусился на королев, и это шанс для слонов сейчас напасть нормально. Короче, нужны микозы. Потому что иначе эта фигня будет продолжаться бесконечно. Смотрите, что он делает. Не, не, не пойдет. Просто жесть. Что у нас с базами? Есть здесь, я помню, есть база. Плюс. Так. Плюс. Так. Плюс вот так. Королева у нас спаслось маловато. Прямо скажем. Здесь у него по-прежнему ничего нет. Ну то есть, блин, он по-прежнему на четырех базах все это время. Что, пробуем инфесторов добавить тогда? Давайте пробуем. Вот это пресечь. Какие у него апгрейды? 1-3. У меня-то максимальный апгрейд. Вот это беда! Вот это такая беда, что просто всем бедам беда. Нужно восстанавливать рабочих-то. Наши войска атакованы. Давайте пару самых поставим, чтобы такого не повторялось. Больше минералов в свете завершено. Денег уже ни черта нет, но. Так, он опять добывает вот с той базы, да? С этой. Ну, мы пока с этим, к сожалению, ничего не можем сделать, потому что так сложилось исторически. Враг атакует улей. Ух ты. Враг атакует улей. Атакованный. Аверсир где? Ну, хоть что-нибудь. Атакованный. Игра приостановлена. В общем, ситуация сейчас не очень. Что я попробую сделать? Я попробую сейчас как-то стабилизировать экономику на двух базах, левой, нижней и правой, верхней. Потом сделать один очень большой налом с кучей микозов. Я надеюсь, что проканает, потому что если нет, то все пропало. Улей. А, он уже сюда идет. Месторождение минералов выработано.
Блин. Я не знаю. Ладно, он пока развлекается чисткой крипа. Мы тоже давайте развлечемся. Не, ну вот, вот это уже нельзя, конечно, мне допускать. Сейчас мы туда просто отправим кучу собак. Здесь крип нужен. Закопка нужна. Спайнкраулеры есть, все нормально. Можно попробовать или ру сделать. Раз уж заказываем. Там, конечно, халявы не должно быть. Давайте сразу вы сюда. А здесь готовимся нападать, как только он. О, смотрите, смотрите, что есть, что есть. Да стой! Есть! Есть контакт. Есть контакт, это какой? Ладно, ничего. Стой. У него апгрейд на скорость банша, мы видели это? Хо-хо! Это банша тут. Атакованный. Наши войска атакованы. Охренеть. Так. А что мне делать-то с этим? Гидр строим. Видели вообще эту жесть? Камон! Наши рабочие атакованы. Наши войска атакованы. Мое терпение лопнуло. Наши рабочие атакованы. Живи, живи, живи. Живите слоники, живите инфесторы, все живите, ёлы-палы, никто не умирать. Никто не умирает. Никто не умирает, я сказал. Ну вы сдохнете когда-то или нет, да... Колотить. Вот это ничего себе, парни. Блин. Это я понимаю, потная игра. Да. Я представляю, насколько невыгодно я разменивался против всей этой орды циклонов. Ну вот, не знаю, что хотите со мной делайте, мне так нравятся эти ранние апгрейды. Просто жесть, что вытворяют ранние апгрейды на зерглингов, особенно с адреналином. Это такая красота, они так хороши становятся сразу, вот просто... Ничего не сделать прям, как хочется делать и дальше такие апгрейды. Ну надо подумать, блин, вот что против этого делать? Я идеальный собирался с товарами или все-таки нет? Во-первых, гидру не нужно было строить, это была фигня. Гидра не нужна. Что еще мне нужно? Просто хилбаты и циклоны, и немного танков, и банши со скоростью. Ну, по-моему, идеально я все делал. То есть слоны, которые принимают на себя весь дэмэдж, их отхиливают королевы.
Линги, которые с адреналином дико грызут все подряд, и особенно хороши с циклонами, очень быстро они их убивают. Инфесторы, которые микозят, не дают отступить мехармии и дамажат банши. Но мне кажется, это идеально. Вот что еще тут можно сделать? Конечно, в теории можно еще добавлять вайперов, но это дорого, и я не знаю, реально ли они что-то дадут. Ну, типа микоз, блайндинг лау, там вся фигня. Наверное, да. Наверное, есть смысл еще вайперов. А так-то, ну что еще? Я не думаю, что имеет смысл там каких-то вот роучей, гидролисков, люркеров, рейвейджеров. Слишком мобильные со товарами утерно, чтобы все это работало. Поэтому, наверное, да, вот так и нужно играть. Просто еще в следующий раз постараемся добавить вайперов. Guys, if you have any questions in English, I mean, guys in the Twitch chat, you can ask me, I will reply. It's not a problem. Пробовать адептов, ну... Не знаю, честно говоря, я не вижу в этом смысла адептов активно пробовать. Я уже их попробовал, но... Чё особо не получилось. Играл ли я в Близдоту? Нет, и не планирую. Поехали дальше. Вроде вопросов больше каких-то таких интересных нет. Ну, крип продолжать тянуть оверлордами, на это АПМ нужен, и на это нужна скорость овером, допустим, которую я тоже не делал. Не делал специально, потому что аверсиры со скоростью иначе бы слишком далеко залетали вперед. Инфестора Ревейджера будут контрить циклонов? Да нет, но это очень дорого по газу, инфестора Ревейджера. Минералы все равно нужно чем-то заполнять. Мне больше нравится все-таки вариант со слонами и лингами. СВЗ. Ну чё, еще Ravager Rush'ик катанем. Пока я ни один раз не проиграл Ravager Rush'ем. Я уже специально такие самые идиотские просто способы реализации Ravager Rush'а пробовал. Допустим, вот на этой карте на Cross Respawner. И все равно выигрывал. Вот мне интересно... Сейчас будет то же самое. Я хочу просто хотя бы раз уже проиграть Ravager Rush'ем, чтобы понять самому, как это контрить. Понимаете, тут цель чертовски простая. Если это хоть кто-то отобьет, я буду хотя бы понимать, как это контрится. Пока никто не отбивал мои Ravager Rush'и. Поэтому я буду продолжать, наверное. В ЗВЗ как минимум. В других матчапах просто и так много чего интересного можно попробовать, а в ЗВЗ, честно говоря, я не вижу, что еще интересного можно было бы попробовать, поэтому... Поэтому вот так вот, да. Нам нужно больше минералов. Верните мне мою английскую озвучку, пожалуйста. Я бы ее себе, конечно, сохранил и никогда не ставил бы русский клиент, но проблема в том, что с английским клиентом меня почему-то не пускало. В Legacy of the Void пришлось скачать русский клиент. И теперь мы слышим, что нам не хватает минералов. Я бы тоже мог озвучивать расу зергов во втором Старкрафте. Серьезно, мне намного больше нравится английская озвучка, прям в разы. Компанию я проходил исключительно на английском и ничуть по этому поводу не жалею. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Что нужно?
Так. Ну что, готовим наш милый рашик, на котором пока не знает наш соперник. Кстати, еще одна причина идти в... Чуть втыканул. Еще одна причина идти в Ravager Rush'и заключается в том, что текущая мета, если позволите, ЗВЗ. Правильно делаем. Текущая мета ЗВЗ подразумевает всяких там лингобейнов. Мне в лингобейнов с прогеймерами и около того играть абсолютно бессмысленно. Потому что они меня просто раздавят. Вот. Нам нужно больше минералов. Поэтому вот такая фигня. Ну, зараза. Я отожму тебя к вину. Нам нужно больше меня. Хватает надзирателей. Не хватает надзирателей. И вот тут он такой думает, вот... Ух ты, у него тоже рейвейджеры. Ой-ой-ой, где ж мои собачки-то? Мои собачки потерялись. Короче, от Ravager Rush'ей надо отбиваться Ravager Rush'ами. Это полезная информация. Такой всю жизнь мечтал. Интересно, кто теперь впереди? Давайте сделаем вид, что у нас вторая волна. Или, по крайней мере, мы просто законтролим третьи базы. Позади. Вау. Это, конечно, неприятно. А если я? Это ж обидно, наверное, будет. Ничего себе, если я, то он реагирует. Но это нечестно. Это нечестно, когда у игроков разные скиллы. Ладно, сейчас я попробую кое-как отыграться. Есть одна идея. Есть одна идея. Да угомонись ты.
Где мои 6 бравых роучей, даже 7 бравых роучей. Поползли. 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 Ну только не говорите, что он увидел это только что. Ну, ребят, ну это совсем не серьезно. Не надо мне, пожалуйста, таких скилловых. Это что ли тот сервис, который за My Insanity играет? Или что он такой дерзкий? Ну или не увидел? Не знаю. Понятно, ему все надоело, он решил идти вперед. ГГ. Я думаю, что мы хорошо поразводили, но этого было недостаточно. Но это похоже сервос, который за My Insanity играет, очень сильный зерк. Да, судя по АПМу особенным. То есть мы немного вышли вперед по рабам, как видите, благодаря удачному Харасу. Но в целом по армии он был сильно впереди. В общем, вердикт от Ravager Rush — надо отбиваться рейвейджерами. Все очень просто. Потому что других вариантов, похоже, нет. Что у него со статистикой интересно? 34 игры, и из них 23 победы. Ну да, 23-11 — это хорошая стата. Это очень хорошая стата. Будем активнее, я думаю, использовать роучи с проползанием, с подземным перемещением, потому что они очень быстрые, очень клевые. И ну, реально есть большой смысл их использовать, даже если с мультитаском все не очень здорово. Почему не использовать люркеров с грейдом на рейндж, они же дальнобойнее танков и циклонов, вроде бы? Это с какой радости они дальнобойнее циклонов? Они вообще никак не дальнобойнее циклонов. Для того, чтобы зацепиться, да, циклону можно подойти на... Циклону, юниту, по сути, тир даже не 2, а тир 1.5. Нужно подойти на выстрел люркера с рейнджом, для которого нужен тир 3 и куча бабла. Ну, ребят, о чем вы говорите? А потом локонить можно и с большей дистанции. Как сейчас отбор на ключ бета идет? Так как захотят Близзарды, пока получили только известные комментаторы, игроки и несколько случайных счастливчиков ключи, насколько мне известно. Так, ну вот кто-то вроде бы такой более земной соперник.
Арту. О, здравствуйте. Вылетел StarCraft. Очень здорово. Окей. Сори, сейчас черный экран немножко. Еще пару секунд. Ну, это логично, что во время беты StarCraft будет вылетать нередко. Пока всего второй или третий раз, по-моему. Погнали. Не получилось у нас сыграть против простого смертного. Сейчас опять будем играть против прогеймера какого-то. И, кстати, зря аддон минусов друзья не добавил. Нам, конечно, поражение засчитали, естественно. Ну, окей. Какая у нас сейчас статистика? Давайте посмотрим. 72 игры, а побед 35. То есть статистика была 35-36, и вместо того, чтобы ее сравнять, мы очутились в минусе. Продолжаем. Довольно интересное у нас сегодня было начало с такими весьма сильными соперниками, с Верди и с Адонминусом. Напомню, что с Верди мы сыграли 1-1, а с Адонминусом мы сыграли 0-3 в его пользу. Так что сегодня, конечно, много мы напроигрывали. Но ничего страшного. Сейчас все равно даже ладдера толком нет. Спрашивают, как мне баланс. Нормальный баланс. Я не вижу пока каких-то катастрофических проблем, кроме Ravager Rush'ей. Потому что Ravager Rush'и очень сильны. И, честно говоря, лично мне не совсем понятно, что с этим делать. Вот, что делать с Ravager Rush'ами имеется в виду. Поиграй в летающих зергов. Что это такое вообще? Каких летающих? Ты хочешь постоянно выигрывать, и чтобы тебе система хороших игроков не предлагала, что ли? Я вообще не понял, в чем суть вопроса. Ну, естественно, каждый хочет выигрывать в каждой игре. И, естественно, я абсолютно не прочь помериться силами с прогеймерами. И, в принципе, я как раз с удовольствием играю именно в бету Legacy of the Void, в том числе потому, что есть возможность сыграть с очень многими известными игроками. Но просто сегодня прям такая серия игроков, особенно аддон минус, конечно, нас пошатнул. Через ЦЦ играем. Недостаточно минералов. Я, кстати, вчера, когда не на стриме, немного вечером поиграл, был просто уничтожен Нидусом. Уже не делаем стенку. Забыл отправить раба. Был уничтожен Нидусом с двух баз, там просто какой-то дикий Нидус на 5-0-0, а я как раз в 3CC пошел. Ну, в общем, всегда бывает Build Order Loss, но суть не в этом, а в том, что реально очень тяжело отбиваться. Поэтому я когда думал, что делать мне с матчапом ТВЗ, решил, что мы несколько довольно интересных нововведений попробуем. Я планирую играть не чистый мех, а биомеханизацию. Биомеханизацию, в которой найдется место мародерам, марикам, танкам, ну и циклонам, хилбатам по ситуации. При этом опенинги только через Гелиона Баншей, может быть там по ситуации циклонов. Но без Гелиона Баншей, особенно без Баншей, вообще никак, потому что просто будут унижать всякими Нидусами. И, в общем, говорить даже не о чем. Только Гелиона Баншей в роли опенингов. Дальше вторая факта с циклонами, и дальше куча бараков. Мародеры, прежде всего, от ранних ревейджеров из первого барака. Ну и потом уже по ситуации другие юниты. Вот такой вот у меня план. Мне именно биомеханизация кажется очень интересным, перспективным вариантом. То есть подавить вначале там Гелиона, Хелбата, Баншами, это все прикольно. Это все здорово. Но часто этого недостаточно просто.
Нагленько мы играем, но... Нормально. Сейчас, по иронии судьбы, должен был быть какой-то, я не знаю, супер быстрый пул, ну или, в общем, что-то такое, чтобы наказать нас за этот билдордер. Улучшение завершено. Что происходит? Не в этот раз. О, что тут? Улучшение завершено. Я уже там. ЭЗМ готов. Очень мило. Хорошее начало. О, а сейчас будет плохое начало. Пристройка завершена. Не, ну от этого уже не будет. Supply тебе не отдам. Наверное, бункер поставим. Пристройка завершена. Требуется дополнительное хранилище. Я ж вот здесь, вот здесь заказывал хранилище, нет? Требуется дополнительное хранилище. Ну, у меня прям вот полное ощущение того, что заказывал. Ну ладно. Видимо, как-то плохо заказывал. Недостаточно минералов. Пристройка завершительное хранилище. Что-то с хранилищами вообще просто жесть. И еще одна техлаба. Недостаточно минералов. Зададим им жару. Недостаточно минералов. База атакована. Ну вот поэтому надо просто идти в баншу. Да. Конечно. Пристройка завершена. Да куда ж вы едете-то, ёлы-палы? Это у вас ДПС, парни, конечно. Нет, обратно. Ну вот, видите, об этом и речь. Нельзя просто не идти в банши. Нельзя и все. Потому что если вы не идете в банши, вы будете от такой фигни просто умирать. Хорошо, что я никуда не полез там первыми гелионами. Циклонами не спешил, потому что циклоны бы тут тоже сделали не так много. А теперь поиграем. Очень много клин уходим. Но это не страшно. Не страшно. У нас тут есть чё. Такой у нас внезапный свич. Почему-то, правда, не осталось рабов на мейне. Но ничего.
приказа. Конечно, если сейчас придет, прилетит в смысле мута, то я не то чтобы сильно готов. Но есть надежда, что не прилетит, скажем так. Требуется дополнительный ход. Дадим им жару! ТСМ готов! Что еще? Требуются дополнительные хранилища. Пристройка завершена. Месторождение минералов выработано. Да, это он здорово меня разведал сейчас. Требуется дополнительная работа завершена. Улучшение завершено. Ну как мута, ну? Просто... Здравствуйте. Почему он пошел в муту? Ну это ж не... Нечестно, в конце концов. Так. Месторождение минералов выработано. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно улучшения. А здесь ничего. Ой! Стой! Недостаточно минералов. Брось дороги! Кто на новенького? Бегом! Требуется... Давайте сейчас попробуем сделать выход. Благо он там целых плюс две базы пытался сделать. Щиты там, вся эта фигня есть, да? Отследуй за мной! Хорошо. Вижу все по-взрослому. Месторождение минералов выработано. Недостаточно минералов. Давай, удиви меня! Ладно, не будем. Недостаточно виспен. Недостаточно виспен. Месторождение минералов. На следующую базу главное выход сделать-то. Недостаточно минералов. Месторождение минералов выработано. Требуется дополнительное хранилище. Отследуют за мной. Приказы кому навешать? Вооружен. Требуется дополнительное хранилище. Ай! Не знаю, как я на таком диком пинге еще в последнюю секунду успел среагировать. Думаю, что это во многом случайно. Так, куда мы теперь? А на золото. Ой, Бэйн. Отследуют за мной. Вооружен и опасен. Поехали. Недостаточно рождения минералов выработан. Я думаю, сейчас смело так на золото. Что стряслось? Нам вообще по-хорошему две новых базы. Недостаточно минералов. Но у нас все равно на них нет денег. Приказы. Так, ты, бедняга, выйти не можешь, да? Ничего страшного. Улучшение завершено. Что происходит? Кому навешать? Бегом! Выполнить. Недостаточно минералов. Давай, ух ты, тут ничего. Ладно. Наверняка он где-то вот там вот базы ставит. С трудовым подвигом готово. Кто на нуле, чувак?
опасен. Улучшение завершено. Недостаточно. Раздороги! Где базу-то, я понять не могу. Кто на новенького? Что ты, кому навешать? У меня вон тут золото. Недостаточно минералов. Требуется недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Требуется дополнительные хранилища. Уже лимита прям не хватает. Но я не знаю, он же без экономики сидит. У него вот одна локация это. Если я что-то понимаю, конечно. Я, конечно, тоже тут не... Не жирую. Так что такое я? Ну, ладно. Дополнительные хранилища. Бегом, Марш! Я уже за... Требуются дополнительные хранилища. Приказы будут? Вооружен и опасен. Ну хорошо, все равно меня такая ситуация устраивает. Потому что это всего одна база. Я сейчас просто беру второе золото и... Куча апгрейдов у меня доделывается, крутых. Эту базу мы все-таки добьем. Я так думаю. Приказы будут! Требуются дополнительные хранилища. Я уже заждался. Недостаточно листе требуется дополнительные хранилища. Месторождение минералов в Веспеновый гейзер иссяк. Берем второе золото. Что стряслось? Давай, удиви меня. Просто собираем 200 лимита. Требуется дополнительные хранилища. С отличными апгрейдами. Есть работенка. И... Трудовым подвигом готова. Как бы ок. Здесь нельзя строить. Вооружен. Посылайте подмогу. Слоны. Так. Это означает, что нам нужны циклоны. Угу. Приказы будут. Месторождение минералов выработано. Кому навешать? Неподходящее место для посадки. Денежки нужны. Слышимость отличная. Тут вообще хоть что-то осталось-то? Один юнит. Так. В общем, все бы хорошо, но мы ни черта не добываем. Отследуют за мной. Наши КСМ атакованы. Да. Улучшение завершено. Месторождение минералов выработано. Давай, удиви меня. Месторождение минералов. Ой-ой-ой.
Срочно нужны циклоны. Срочно просто. Блин, ну откуда он столько денег-то взял? У меня газа нет на циклонов. Это, конечно, беда. Наши КСМ атакованы. И сюда не приземлиться, да, ёшкин кот. Ну все, мы уже ничего не сделаем. Просто нет денег. Отследуют за мной. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Скорую помощь вызывали? Приказ. Куда летим? Красный медивак, ну, по идее, по барабану. Недостаточно энергии. По-прежнему ничего нет. Сигнал получен. Бегом! Недостаточно веспена. Давай, давай, лети. Недостаточно веспена. Недостаточно веспена. Недостаточно веспена. О, сейчас ко мне сюда прибудут. Уже. Наши КСМ атакованы. Скорую помощь вызывай. Недостаточно веспена. Давай, удиви меня. Отдали мы пистолетом. Так точно, да. Я уже не что здесь. Прикажи. Да, тяжело. На каком-то этапе все было очень здорово по экономике, но... То, что я хату не добил, конечно, очень сильно сказалось. Ох, блин, ну со слонами вообще не знаю, что делать на самом деле. Кроме как убивать до их появления. Ну понятно, надо было сейчас резко переходить в массу циклонов, но он как раз вышел вот в тот микс. Инфестры, королевы, слоны, линги, в который я выходил. И фишка в том, что он одинаково хорошо работает и против био, и против меха. В принципе, это был уже явно не про геймерского уровня парень. Где-то примерно моего уровня. Тут можно и нужно было побеждать, но не получилось. Ну, хорошая игра. На самом деле, очень хорошая. Много информации мы из нее получили. Во-первых, опять же, опенинги через Баншей — это must have. Это просто обязательно. И видно, что я по рабам не просел благодаря тому, что я сыграл через Баншей. То есть очень-очень хорошо. Ну, фактически, вот я был впереди по инкому все время, пока тут не опоздал занятием четвертой. Не, хорошо шла игра, вот реально хорошо. Буквально пару моментов бы чуть-чуть по-другому. Вот если бы я, допустим, заснайпил тогда четвертую, а я ее вполне мог, наверное, должен был заснайпить. Я уверен, я бы довел игру до победы. Ловко, мы с ним уже играли неоднократно. Пока 2-0 в мою пользу в Лотве, в Ходсе мы тоже пересекались нередко. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Будет интересно с ним сыграть, конечно. Ну и, наверное, снова попробуем биомех. Опять же, обязательно с баншами в начале. Думаю, реально, вот все будем делать точно так же, только надо побыстрее выйти на четвертую, конечно, а то, ну, неприлично быстро просто деньги заканчиваются. Как будто я зашел в какой-то модный бутик. СМ готов. Что стряслось?
такой макрокарте, я думаю, можно не бояться ставиться цел вот так вот нагло на лоу-граунде сразу. Вряд ли нас кто-то за это накажет. И даже давайте барак так, чтобы потом реактор можно было поставить сразу. И помним, что танки и торы выходить не будут, потому что карта очень глупо и плохо сделана. Это нужно будет учесть минералов. Обязательно. Недостаточно минералов. Будет сделано. ЭСМ готов. Что происходит? Ошибся с контролем рабочего. Теперь тут начинается катавасия. Вроде справились. Все четко. 16, везде по 2. Отлично. Отправляем третьего на газ. Давай тебя отправим разведывать. А, здесь сейчас поставим бункер. А, ну все понятно уже. Где находится соперник. Такая, помнится, тут дальше будет стеночка. Кстати, ловко пока не реагирует и... вот. Реагировал, уже ничего не будет. Ну ладно, тогда я не буду показывать Марика. Надо сразу посмотреть, куда мулов кидать. Что-то как-то непонятно. Что делать? Блин. По-моему, я неправильно саплай поставил. Почему вы не добываете-то, господа? Все, на мейне рабов расконтролили, все нормально. Там роуч уже или мне показалось? Может, мне показалось, конечно, но, по-моему, там я видел роуча. Сейчас мы посмотрим. Да. Пристройка завершена. Никуда-куда-куда, ну я ж сказал в тот бункер-то, идиотики. Ну, ну бро. Ой, тут еще и роучи, господи. Что это за пипец вообще? Наши КСМ атакованы. У меня даже баньша не успевает, ёлы папа. Ну ладно. Меня запутывают следы от собственных юнитов. Мне кажется, что это роучи проползают. Недостаточно минералов. ЭСМ готов. ЭСМ готов. Мы теряем время. Оп. ЭСМ готов. ЭСМ готов. Недостаточно энергии. Шмар. Видите, да, на что способны эти пушики?
Ой, Банша, как здорово сюда прилетела. Ты вляпался еще, когда решил со мной на одной стороне путешествовать, дружище Гелион. Так, ну все, хватит с меня этой фигни. Я про Баншей. Да, я говорил, что мне нужна будет более быстрая четвертая база, я помню, но... Требуются дополнительные хранилища. Немножко не так складывается игра, поэтому... Терпите. Терпите, мои рабочие. Пахать придется, конечно, в не самой приятной атмосфере. Ну что там, Нидус дальше, если лейер? Что это еще? Нужно продолжать строить мародеров. И циклонов, конечно. Нет третьей базы, ну, как бы. Видимо, all-in. О, кстати, вот и третья. Месторождение минералов выработано. Недостаточно минералов. Трудовым подвигом готово. Знаете, что теперь самое главное? От муталисков не умереть. Внезапно тогда. Улучшение завершено. Зададим им жару! Я отправил там по всей карте. А, ну гидра. Не, гидра это фигня. Жаль, что я банши отдал, но... Думаю, что с гидрой у нас должно быть все в порядке. С трудовым подвигом готово. Особенно если стимпак успеет. Что еще? Отследуют за мной. Недостаточно минералов. Фух. Вроде ситуация так, чуть успокоилась, но... Может быть, мне кажется только. Так, здесь танки не выходят, насколько я помню. Или уже пофиксили карту? Или уже выходят? Да ладно, выходят. Ничего себе. Нидус? Или чё? Чё хочешь? Не, вроде не хочет Нидус, не знаю. Ну тогда, раз такая тема, то пойдем-ка мы вперед. Я не хочу затягивать. Можно дождаться там какой-то фигни. Что было? Требуются дополнительные хранилища. Просто много гидры. Да еще без нормальных апгрейдов. Ну ок. Не ползут роучи тут? Не вижу ничего, честно говоря. Всю карту мы обошли, вроде ничего не нашли в плане скрытых баз. Здесь
становится жарко. Люра. Горит. Всем пора. Выкладывай. Ну и он проигрывает. Ох, Ravager в начале это просто жесть. Это дикий ад. Что у него за билд был? Какая-то поздняя хэтчеряшная в 18-м лимите. Пул, газ, газ. Роуч Ворон на 3.01. Закопка. Куча роучей. Просто жесть, сколько роучей. Да. Ну, пошел вперед я вовремя, конечно. Очень вовремя. Если бы я еще посидел, подождал, то мог бы напороться. Уф. В общем, сами видите. Я не знаю, я вообще не вижу ни одного опенинга в ТВЗ, где не будет банши. Вот просто ни одного. Что там, как не играй, что не придумывай, ну нереально. Нереально без банши играть. То есть как можно быстрее в нее нужно выходить, и то тут не факт, что ты успеешь нормально. Тут я, допустим, заказывал только баншу в момент, когда роучи уже заходили ко мне на натурал. То есть на самом деле тайминги у меня тут в итоге были не идеальные, скажем так. Хорошо, идем дальше. Против нас играет GG Dog Sidder. Не знаю, кто это. Или Sledder. Наверное, Sledder, да? Да, Sledder. Кто-то с Gosu Gamers, наверное. Так, Тиран. Ну, играем через фениксов, как вы понимаете. Вообще... Слишком клёвый универсальный опенинг. Мне кажется, что вот сейчас за каждую расу что-то в начале игры маловато альтернатив. В мид-лейт-гейме там есть о чем говорить, а вот в начале что-то с альтернативами вообще туго. У запротосов ПВТ я не вижу ни единого повода не выйти фениксов. Да и в ПВП по-хорошему тоже просто там. Я сегодня экспериментировал с дарками всякими. С прочими приколами. У зергов... Очень хороши ревейджеры, тоже слишком хороши иногда кажется. У тиранов, как правило, опенинги с циклонами. Хотя я стараюсь играть без них, мне не очень нравится этот юнит. Но это субъективная такая штука. Сейчас мы сыграем тот же билд, который я играл вчера против Банни. То есть билд в Nexus Stargate. Аддон минус, допустим, играл в очень быстрых фениксов, то вообще прям хард-кантер ко всякого рода циклон пушам, но мне такой не нравится. Я предпочитаю все-таки более макристые билды. Несмотря на то, что сейчас все пушат, как ни странно. Уже прошли, знаете, вот прям первые полтора-два дня беты, когда все просто пытались посмотреть на как можно большее количество юнитов и разных... задумок в деле. Сейчас уже реально начинает вот потихоньку пушить. Вот такой давайте Старгейт. Типа стеночки от дропа гелионов и аналогичных там тем. Дальше мы за шибко. Давайте еще вот здесь пилон. Грейт на варп. Сталкер мне вообще не нужен. Сталкер нужен в ПВП очень сильно, когда вот от адептов нужно отбиваться, а тут, не знаю, не вижу для себя ни единой мотивации строить сталкера, как минимум в начале. Недостаточная энергия.
опасной энергии. Как мы так мило друг друга не разведаем, да? Тоже давайте, чтобы гелионы не слишком разъезжали у нас. Роботикс. Дальше. Не хватает минералов. Недостаточно энергии. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Я так себе понимаю, что если меня соперник не разведует, ему пофиг, за какую я играю расу. Если ему пофиг, за какую я играю расу, значит он должен играть агрессивно. Ну или там как-то супер халявно, но если последнее, то мы, наверное, это накажем и так. Я строю 4 фениксов, дальше просто пойду вперед. Дома оставив по фотонке. Ну что ж. Опа. Ну вы поняли, да? Вот что значит опенинг фениксов. То есть, понимаете, он приезжает ко мне с циклонами, ГГ. Он приезжает ко мне с танками, ГГ. Как бы лол. Просто все угрозы, которые сейчас могут исходить от Тиранова, они слишком однообразны. Слишком однообразны. Все, что в начале игры может Тиран придумать, контрится фениксами. Там кто-то писал, что можно минами отбиться. Если вы про ревенджеров, то вы, наверное, не представляете, как глубоко вы заблуждаетесь. Всегда зерк видит, где находятся мины. Какой там матчап? ТВТ. И когда он видит, где находятся мины, он может просто ревенджерами мины уничтожить. Поэтому от ревенджеров минами не отбиться вообще никак. Только банши. Даже не думайте, что мины могут помочь. Да, ну вот по поводу фениксов... Игра приостановлена. На автомате парню ответил, даже не прочитав, что он написал. Так вот... Ну что может такого Терн придумать? В пехоту сыграть? Так в пехоту сейчас никто не играет, да и любые ранние пехотные пуши. Ну окей, вот пришел бы он ко мне сейчас каким-то мародером и 10 мариками. Дальше что? Оверчардж, мародера поднял и... Без вопросов. Или мариков поднял и по одному расстрелял. Абсолютно непонятно, в общем... Что Терн может такого придумать в начале игры Протосу, чтобы Протос не мог отбиться фениксами? У меня все ТВП тоже вначале проходили по очень простому сценарию. Либо Протос не идет фениксов, и тогда у него все плохо, либо он идет фениксов, и тогда у него все хорошо. В принципе, я для Терна вижу, конечно, вариант такой сугубо оборонительный. Допустим, вот я уже говорил, идти в 17-й ЦЦ и все. Но... Это тоже так довольно опасно, потому что могут быть какие-то раши там, не знаю, в адептов каких-то. Может пойти соперник. Черт его знает, в общем, но... Много может быть проблем. Циклоны отлетают от фениксов в хлам. Я вчера... Ну, вы, видимо, не смотрели, поэтому я повторю. Я вчера играл против Liquid Bunny и обыграл его просто потому, что, опять же, пошел Феникс, а он пошел в циклонов. То есть даже если игрок в разы более сильный, чем я думаю, для всех очевидно, что лучший европейский Теран в разы более сильный игрок, чем я, отлетает от фениксов, идя в циклонов, то циклонами вообще нельзя пропушить. Ну просто никак.
За зергов я, в принципе, не играю в рейвейджеров прям принципиально в каждой игре, но если бы я играл на результат, то я бы играл только в рейвейджеров, потому что реально тоже они слишком хороши, чтобы этим брезговать. В общем, пока как-то разнообразия в опенингах маловато. Я не знаю, ну, как бы у меня нет каких-то готовых идей, что я могу предложить. Просто субъективные мои ощущения, что вот не очень в этом плане ситуация, но... Не подумайте, что я там жалуюсь или что, мне играть очень интересно, но просто я отмечаю уже за делом на киберспортивное будущее, так сказать, что мне кажется, вариативность опенинга очень слабая. Я вижу в этом большую проблему. Улучшение завершено. Он меня разведывает, но, честно говоря, по барабану. Если ему кажется, что он чего-то добьется этим риттером, то ему кажется. Я, конечно, микроконтроллер года, но... Рипперы вообще перестали быть, по-моему, сколько-нибудь нормальным юнитом в каком угодно матчапе. Абсолютно не представляю, что меня может заставить построить Рипперов. Это тоже, кстати, наверное, не очень хорошо, ну что Рипперы перестали быть нормальной опцией, потому что Риппер в целом юнит неплохой, с точки зрения зрелищности там всего на свете. Вот минус Риппер. Пойдем С ставить. Недостаточно ли спек? Трудовым подвигом готов. Недостаточно ли спек? Того первая машина идет вперед, а потом мы дропнем вторую порцию. 6 мариков и танк в лоб, вторая порция дропается, а в это время мы идем в ЦЦ. И дальше переходим в мех. Я думаю, хороший план. Красиво он с уклоном тут промикивает, но... Ну давай! Блин, ну... Почему медивак не подобрал? Ну я 5 раз райт-кликнул по танку. Что я сделал не так? Yes. Серьезно, я не понимаю абсолютно. Вот что я сделал не так? Здесь уже понятно, что я сделал не так. Короче, все, наперекосяк пошло. Ну, это реально такой бред. Просто бред. Я точно там кликнул нормально. Если у него уже третий ЦЦ, то можно выходить. Еще ладно, ладно. Что-то странное иногда с микроконтролем происходит. Причем я уже не первый раз замечаю вот такие фигни, которых, ну, никогда не было в Heart of the Swarm. Это, естественно, слабая отмазка потенциального поражения, но... Нельзя сказать, чтобы это не сыграло свою роль в игре. Конечно же, есть рабочий. Улучшение завершено. Отведай на Палма! Призыв готов! Зададим им жару! Недостаточно минералов. Ко мне!
Что там у него, бараки дальше? Да, он будет играть в био. Ну ладно, био против меха можно еще попытаться вытащить. На скилле и опыте, так сказать. По-стрелковски сейчас будем летать этими пацанами. Не, безусловно, нужно будет много времени, чтобы его догнать. То есть, если он сейчас просто пойдет вперед, то он меня убьет. Весь мой шанс его пассивности, если таковая будет. Ну, если будет, это будет здорово. Пристройка завершена. Недостаточно минералов. ТСМ готов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Больше действия! Не молчи! Что, ТСМ готов? Зададим им жару! Недостаточно ли спена? Куда летим? Он должен был тут циклона оставить от таких дропов, но он не оставил. Это он зря. Там вляпались мои гелионы, но ничего страшного. Самое главное, что здесь он вляпался очень сильно. Там я даже не понял, на каком этапе именно мы вляпались. Дадим им жару! Недостаточно виспена. Недостаточно виспена. Место пристройка минерала завершено. Недостаточно виспена. Призыв готов. Есть. Что происходит? Здесь нельзя. Следуй за мной. Начинаем застраиваться. Без этого никуда. Иначе нас просто задропают. Пока я не могу себе позволить строить циклонов от дропов. Здесь еще барак. Ну да, кажется, времени у меня не хватило. Немножко. Вот если бы еще минутку буквально мои факты поработали, это был бы другой разговор. ГГ. Вначале я проиграл, естественно, когда отдал вот там медиваки на ровном месте. Сейчас-то будет легко видно. Вот, обратите внимание. То есть, да, я только что выровнялся, если бы еще минуту моя третья база поработала, то был бы совсем другой разговор. А так, конечно, ловить уже особо нечего было, и тут без вариантов. Я не понимаю, почему там был отдан медивак. Вот абсолютно не понимаю. Я точно подбирал танки. Точно подбирал его. То есть, команда медиваку дана райт-клик по танку. Эта команда означает, что он должен танк поднять. Почему он притормаживал постоянно перед танком, я не знаю. Это очень странно. Погнали дальше. Будем брать реванш. Нужно больше минералов. Так, ну, наигрался я уже в слоников. Давайте сейчас по-другому сыграем. Фрэвейджер Раш. Беспеновый гейзер. Не хватает надзирателей. Серьезно, наверное, я попробую быстрых рэвейджеров. Хочу я победить или нет? Если хочешь побеждать, строй рэвейджеров. И переходить будем под что-то типа роучи, гидра, рэвейджера, люркеры, вот такое вот. Посмотрим, это играбельно вообще или нет. То все меня просят по стройлеру. Я реально не вижу ни одной причины ее строить, но... Сейчас как минимум я честно попытаюсь. Главный вопрос... А, слушайте, у нас же... Во. Мы, в общем, сыграем билд еще с проползанием. То, что пытался, в принципе, делать против нас ловко, но ловко это сделал очень неловко.
А мы попробуем сделать все очень здорово. Именно будем пытаться проползать постоянно роучами. И в самом начале, когда у нас будет атака рейвейджерами, мы отвлечем. Все, короче, готов супер хитрый план. Мы отвлекаем его внимание рейвейджерами, а в это время проползаем роучами. Хитро? Да, просто хитрее некуда. План хитреца 007. Я уверен, сработает. Даже если будет банша. Главное, знаете, чтобы чего не было? Чтобы не было дропов танков. Потому что я фиг знает, как от этого буду отбиваться. Какая тут хорошая позиция для овера. Интересно. Давайте куда-то вот сюда. Как-то нас не слишком спешат разведывать. И правильно, зачем? Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Так. Что, делаем закопку сразу? Или что мы... Давайте закопку. То есть тот газ, который у нас обычно тратится на мув, мы тратим на закопку. Это логично. Нам нужно больше минералов. Один линк на зелнагу, второй линк туда. Ой, что тут, СЦ-то хотя бы есть, нет? Есть. Нам нужно больше минералов. Еще овера. Сколько построим? Атакованные минералов. Минимум 5, конечно, меньше смысла нет, а лучше и 6. Нужно больше минералов. Нормально. Так, какой план дальше? Признаться, я не придумал, какой план дальше, но сейчас что-нибудь придумаем. Значит, так. Вы трое. Нет, да, трое. Вот так, а вы трое, вот так. Хитро? По-моему, просто жесть как хитро. Третья база нужна. Нам нужно больше хитростью. Эй! Больше я понял, стенку надо пробить. Сейчас все будет, парни, не волнуйтесь. Мне бы овера только. Да как так? О, ну все, пошла фигня. Короче, не проползти. План капкан не сработал. Я ж говорил, дропы танков это, конечно, самое худшее. Вообще не знаю, что с этим делать. Нам нужно больше минералов. Просто не знаю. Во-первых, я думаю, мне пригодится мув. Во-вторых, ну я не знаю, нужно просто шпиль нам ставить. Хотя сейчас на это газа нет. Вообще, просто без понятия. Давайте тут какую-то спорку, тут спорку воткнем. Мув роучем. Вот это, конечно, жесть. Да, за зерга это как раз очень жесткая тема, тут абсолютно непонятно, что с ним делать. Готовимся, что он на два фронта начнет разводить. Шпиль-то где? Мы можем строить.
Ведь столько нас не хватает, надзирателей. Да, дропы танков, конечно, тоже неплохо против этого смотрится. Поехал рабами. Месторождение минералов. Ну давайте хотя бы посмотрим, что там, мех, не мех. Нам нужно больше. Мы потихоньку заканчивается. Месторождение минералов. Что с этим делать? Вот буквально 4 муталисков нужно построить. А дальше, ну что, давайте гидру. И нам нужно больше локаций для того, чтобы было больше виспена. Да, просто один танк и столько проблем. Вот за зерга, серьезно, просто понятия не имею, что с этим вообще можно сделать. Там металлист, конечно. Наши войска атакованы. Так. Давайте сейчас соберем всю эту машину в единое целое. Я не понял, чем занимались муталиски, почему они умерли. Ой, отбились мы как-то, конечно, с горем пополам или не знаю поскольку. Но... Все тут у нас вырабатывается. Новый пуш. Давайте набросимся еще. Наши рабочие атакуют улей. Нам нужно больше минералов. Ой. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Я уже в рандомные места просто кидаю вот эти штуки, потому что, ну, если просто целиться в танки непосредственно, то он легко, в общем, с этим справляется. Больше не рабочие атакованы.
Много очень у него циклонов и мародеров. Это шанс для зерглингов хороший. Но, честно говоря, нет. Хоть и впереди по апгрейдам, хоть... Тут типа ревейджеры круто ДПСят, но тут уже ничего не сделать. Ой. Тяжело. Игра была проиграна, конечно, еще на стадии, когда там один сидж-танк просто все уничтожил. Не знаю, как-то вот игра через всех этих роучей, ревейджеров, гидролисков, это все слишком слабо смотрится. Да, ну вот, пожалуйста, видите, что танки вытворяют. Для того, чтобы отбиваться от всей этой фигни, нужно играть стандартно через королевы зерглинга, все. То есть тут нужно не выпендриваться, а играть полный стандарт. Почему королевы это контрят, я думаю, довольно очевидно. Они просто хилятся, не позволяя наносить дэмэдж фокус от медиваки, все. Ну, в общем, больше мы так играть не будем, я думаю. Креативить. Реально, практика показывает сейчас, что креативить вообще смысла нет. То есть, когда я играю какие-то свои билды, то... Можно обыграть вообще кого угодно, условно говоря. Но как только я начинаю экспериментировать, то сразу вот... Если не повезло с билдом соперника, это мгновенно удаляй. Лот, не знаю, пока меня приучивает к тому, что экспериментировать как раз нельзя. Нельзя там пытаться перейти в какую-то люру, в каких-то дисрапторов, если нет дикого преимущества. Нельзя просто так там... Не знаю, захотелось, построил... Чисто ради прикола ревейджеров захотел, еще что-то построил. Нет, максимально аккуратно, вот через королев, лингов нужно было играть. Точно так же, как я играл тогда против меха. Только здесь... Ну, безусловно, ревейджеров или гидролисков можно было бы добавить, просто немного позже. Самое главное, через Москвин открываться. Хотя бы штук 5. Недостаточно минералов. Здесь нельзя строить. Протос. Ну что, давайте опять газ до барака, надеюсь на то, что там не будет фениксов. Потому что играть пассивно слишком рискованно, придет к тебе. Ну вот, играть 17 ЦЦ это вообще, это просто дикий риск. Потому что приходит к тебе один адепт, и ты умер. То есть будем играть через газ до барака, будем снова дропать мин, проезжать гелионами и переходить дальше в мех. Абсолютно тот же билд, который я уже играл много раз, который подтвердил свою успешность на практике, когда Протос при этом не идет фениксом. Но если Протос таки пошел фениксов, то в принципе там еще шансы остаются, просто надо... Что надо? Ну не знаю. Надо терпеть. Сегодня мы рабочим поедем, сразу закроем стенку. Не обязательно делать именно вот в режиме здесь и сейчас, но желательно, на мой вкус. Недостаточно виспена. Недостаточно минералов. Недостаточно... Снова реактор до первого марика. Мне чем дальше, тем больше нравится именно такой вариант игры. То есть, когда вообще ничего не делается. До пристройки на бараке. Почему мне этот вариант видится хорошим? Ну, прежде всего, потому что я не теряю времени. Я не теряю времени на первого марика, который мне в целом-то не шибко и нужен. Что бы я дальше ни делал. Пробка тут может заниматься чем хочет. Важно. Если он только сейчас поставит... А, ну у него Nexus готов. Тут... Все понятно. Два гита дальше. Забавный билд у него получается. Хорошо, то есть мы знаем, что не нужно ждать во лбу адепта. Вообще очень много полезной и хорошей инфы мы сейчас получили. Перебрал. Мы знаем, что можно ставить ЦЦ на лоу-граунде, а там мы еще бункер влепим скоро. Знаете, это Sun трейдмарк.
Вот. В таком режиме у нас скоро появится бункер. У него на натурале. Сивишку мы там зарезервировали. Дроп 4 мариков, 2 мин. Еще 2 марика просто могут идти пешком. Точно так же, как пешком через некоторое время пойдут гелионы. Полетели. Недостаточно минералов. Играю очень нагло. Турель все-таки на мейне пригодится, наверное. Недостаточно минералов. Не молчи. Как он прикольно сместился внезапно. Зададим им жару. Вляпался. Чего ты вляпался? Что там такое? Иди сюда. Есть минус мусоркор. Наши КСМ атакованы. Что такое тут? Ваши войска атакованы. Хо-хо. Ничего так. Недостаточно минералов. Зададим им жару! Так, что скажет босс? Эйзен готов! Прочь! Гори на газ! И свети! Зададим им жару! База атакована. Недостаточно минералов. Эйзен готов! Зададим им жару! Круто он отбился, я вам доложу. Очень круто. Видимо, у него дальше блинк. ТСМ готов. Зададим им жару. Мне армори нужна. Вторая факта с циклонами тоже, понятно, давно нужна. Мародеры сейчас будут нужны. Бункер во лбу. Да что ж вы вляпываетесь-то все время? Недостаточно минералов. Да, это сейчас будут большие проблемы. Думаю, что это ГГ. Если у него тут опс где-то есть, а у него он должен быть, естественно. Если я хотя бы доживу до циклонов, то это будет другой разговор. Ну да, у него есть опс. Зададим им жару! Куда тебя занесло там? Недостаточно. Ладно, вроде живем. Недостаточно. Запрыгивать на мейн вроде неоткуда. Не похоже на то. Выкладывай. Танк зачем-то? Мне нужен был не танк, а циклон. Циклоны тоже делаются, впрочем. Да, ну и вот здесь, похоже, танки с мейна все равно не выходят, поэтому... Поэтому да. Месторождение минералов выработано. Вот он наш циклон. Так. Месторождение минералов выработано. Там что-то как-то хитро полез. Говори. Гори, трясь. Да, они ж там строятся вовсю, хранилище твои. Ненасытная ты, моя леди. Требуются дополнительные хранилища. Что стряслось? Недостаточно Странно, он играет сейчас. Всех хватит.
поддержка. Резерв готов. Видимо, я отдал юнита просто так на муви. Вижу, все под взрослым. Нормально. Отследуют за мной. Для меня. Отследуют за мной. Или не нормально, а стандарт. Недостаточный респект. Улучшение недостаточный респект. Что не дождусь? Недостаточный респект. Берем еще двух циклонов и идем в атаку, параллельно выходим на третью. Недостаточно. Я думаю, с планетаркой или нет. Да ладно. Пофиг. А! Чего пугает? Постройка возможна только на виспеновом гейзере. Танк там обречен уже стоять до победы. Отследуют за мной. Потому что непонятно до чьей, конечно, но суть в том, что ему там уже ничего не поможет. Только что я опять случайно заказал танк. Вот это вот склон еще возьмем и пойдем. Тут, я так думаю, базы нет, а вот тут есть. Есть вовсю там у него. Наверное, надо было убить пилон. И дальше нужно делать варп, в смысле, викингов, чтобы контрить варп-призму. Понял. Пристройка завершена. Месторождение минералов выработано. Вообще просто. Жуть какая-то. Что он собирается? Он будет меня штормить просто? Нужна огневая поддержка. Стой. Уходим. Планетарочка. Вот что мне может помочь сейчас. Очень сильно, причем. Так. Не-не-не. Демон, ты штормить меня хочешь? Не надо, пожалуйста. Мне кажется, что я... Ай! Вот. Что я ушел. Штормов. Пока. Ну хорошо, давай, вот ты меня заштормил, окей. А убивать это тебе есть чем? Штормил ты наш. Здесь становится жарко. Ну, сейчас мы, понятно, все это должны вычинить. Тут я все-таки по ошибке наклепал танков. Против дисрапторов начинаем клепать викингов. Против призмы с дисраптором, точнее. Сейчас подождем, пока все это дело отчинится. Пойдем вперед. У нас, конечно, море всего. Поехали. Недостаточно энергии. Мы теряем время. Наши КСМ атакованы. Ой. Отследуют за мной. Куда же? Пристройка улучшена. Завершено. Нужна огневая поддержка. Наши КСМ атакованы. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Мы теряем время. Цепляем пацанов и уходим просто. База атакована. Недостаточно минералов. Здесь мы будем отбиваться или нет? Только здесь.
Отследуют за мной. Будем. Здесь становится жарко. Говори. Веспеновый гейзер. Танк на марше! Что еще? Вовремя ушли от шторма. Кто такой? Полный вперед! Просто циклоны сами захватывают юнитов, и нам ничего не нужно делать. Нам нужно просто отправлять все через атаку, чуть-чуть посплитить. И все. Можно приземлить орбиталку. Неподходящее место для посадки. Огневая поддержка. Согласен, да, циклоны как бы слишком хороши, наверное. Я не буду ему подсказывать, что стоит открываться через Феникса. Отследуют за мной. Недостаточно минералов. Получен приказ. Идем дальше. База атакована. Дарки. Кого подлазать? База атакована. Требуется поддержка. Самое главное, чтобы здесь все было нормально. Я не продержусь, и чтобы мы в продакшене как-то отбились. Думаю, что и то, и другое вполне вероятно. Наши ТСМ атакованы. Улучшение завершено. Кругом враги! Здесь становится жарко. Ну, не знаю, вроде ему снес там все базы. Недостаточно энергии. Поэтому... Недостаточно минералов. У меня тут вот, видите, какая штука интересная происходит. То есть база есть, добыча есть. Ага, ну вот еще тут. Хорошо, идем дальше. Недостаточно мини-база атакована. Улучшение завершено. Еще нет. Недостаточно минералов. Где? Где Дарк? Мы теряем время. Недостаточно минералов. Отследуют за мной. Кругом враги. Недостаточно энергии. Далековато тут турель, конечно. Кругом враги. Планетарку мы отчиним. Недостаточно минералов. Слышу. GG. Недостаточно. На тоненького, конечно, но в итоге просто на запасе от механизации мы... Ну, на запасе в смысле... Я не знаю, чего именно. Запасе имбы, если хотите. Мы затащили. Вначале, конечно, тяжело все было. Хотя, видите... Может, мне показалось, что он хорошо отбился. На самом деле тут отбился он с довольно серьезной потерей по рабам. И долгое время мы шли вровень по рабочим. То есть я был впереди по инкому, поэтому не просто так. Такая разница в армии вэлью. Не знаю, мне кажется, штормы это не очень круто. Да, штормы выглядели просто страшно, но на деле они ничего особо не сделали. А вот циклоны с апгрейдом на захват, это да. Играем до победы. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, то потихоньку готовьте их в чат, потому что мы вот после победы быстренько глянем вопросы и разойдемся. Будем играть против Протоса. Надеюсь, ТВП или ЗВП, а то ПВП мы сегодня наиграли. Давайте еще одно ТВП. Точно так же буду играть. Конечно, нам тут, в принципе, база в кармашке. Можно попробовать соблазниться...
Хорошо, давайте я попробую показать пассивный стиль. Или, по крайней мере, что я подразумеваю под пассивным стилем. Мы сыграем в 17-й ЦЦ и дальше выход с двух баз. С циклонами, с рейнджом, хелбатами и парой танков. Или торов, пока не знаю. Думаю, торов. Я пока не решил, что там будет лучше смотреться. Есть ощущение, что торы, но... В общем, это зависит от того, во что соперник идет. Если в каких-то фениксов, то, конечно, торов добавим. Почему это нельзя на всех картах делать, то, что я сейчас здесь буду делать? Потому что просто могут прийти и убить... Ну, господи, какая разведка. Ну... Я не знаю, что он будет пытаться сделать. Видя такую наглость. Что он может сделать? Ну, прежде всего, он может сделать, опять же, адептов. Нам, конечно, нужно ехать разведывать. Адепты, напомню, чем они опасны. У них огромный дэмэдж по лайт-юнитам, то есть по морпехам и по SCV-шкам. Поэтому все, что у меня будет в начале, будет умирать от адептов. Вот в чем беда. Кроме того, естественно, он может пойти в Старгейт и заставить меня там строить нацик турелей. Для того, чтобы иметь возможность хоть как-то отбиться. База атакована. Что происходит? Еду. Что стряслось? А, нет, все нормально, он тоже идет в Nexus довольно быстро. Призыв готов. Есть нападет. Окей. Микроконтроль, конечно, прям от парня ого-го. Ну ладно, в общем, теперь даже если адепты будет, то это, по идее, не очень страшно. Потому что очень поздно. Где CV-шка-то? А вот и адепт. Сейчас мы аккуратно вот такой бункер поставим. Надеюсь, что он не дотянется никак. Не, нормально. Он дотягивается до бункера, но этого мало. Окей, пронесло. Стой, 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 аккуратно. Видите, как тут на тоненького, да? Ну хорошо, в итоге мне понравилось, что из этого получилось. Теперь, конечно, турели. Потому что черт его знает, чем он там занимается. Нормально. Наши КСМ атакованы. Нормально, нормально. Атакованы. Он просто не уйдет уже ими. Вот и все. Это, конечно, было не очень приятно, но... Требуются дополнительные хранилища. Ой-ой-ой. А, ну да, я же там саплай потерял. Блин. Такая беда. Пристройка завершена. Недостаточно минералов. Хранилища. Это, конечно, беда бедовая просто. Зададим им жару. Отправляем одного гелика просто базу контролить там. Постройка возможна только на Веспеновом гейзере. Ну и теперь смотрите, что мы делаем. Мы просто ставим сейчас много-много факторок. Недостаточно минералов. Зададим им жару! Что там полетело? А, ну это... Наши КСМ атакованы.
Это ничего страшного, потому что теперь у нас есть циклон. И если он еще раз рискнет прилететь, то это будет последнее, на что он решится. Что у меня всего недостаточно. Хранилище недостаточно. Газа недостаточно. Все, вроде все строим. Стараемся, по крайней мере. Факта будет мне здесь или нет? Где он я отдал? Окей. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Недостаточно, недостаточно минералов. Переходим сейчас на новую локацию. Неподходящее место для посадки. Подходящее, подходящее. Не волнуйся. И очень поздний старпорт ставим, потому что все, что нам нужно, это успеть получить парочку медиваков. И все. Так-то нам больше ничего не нужно. Ну что, я думаю, одного Тора имеет смысл. Сейчас только давайте апгрейд. Жизненно важный. Фокусим фениксов. Не знаю, один, наверное, ушел. Недостаточный респект. Недостаточный респект. Недостаточно энергии. Так вот, Тора, я сказал. О. Здесь мина есть, если что, она нас предупредит о выходе соперника. Чуть многовато рабов там. Лишних уводим. Минеральчики заканчиваются как раз тогда, когда у нас готова третья. Хороший такой гладкий билд получается. Несмотря на то, что мы постоянно слышим о том, что вот там всего недостаточно, у нас по-хорошему всего достаточно. Все, идем вперед. Медивак чуть-чуть не успевает, но в целом это не страшно, потому что можно просто взять рабов с собой. Самое главное, что мне может сейчас угрожать, это, конечно, дисрапторы. Но... Мы уже начинаем жечь. Видите, я ничего не делаю, но парни уже за меня там зажигают. Медивак появился. Хорошо, как раз первый гелион такой для подсветки, для того, чтобы сейчас циклоны успели зарядить в кого надо. Давайте циклоны, оп, погнали. Ловушка тут сработала, но другой... Ага, есть другая. Убиваем ее. И дальше просто кликаем. Мне кажется, у него нет шансов. Там еще одна ловушка, правда. А, там кэрриер уже первый, твою налево. Да, кэрриер тут очень сильно помог, надо сказать. Еще и заморозили мне тут все-таки часть юнитов. Хорошо. Отследуют за мной. Все нормально. Нужно просто добавить два старпорта. Отследуют за мной. Перейти на четвертую. Здесь нельзя строить. Положить. Отследуют за мной. Недостаточно минералов. Отследуют за мной. Сейчас поднимем факту, чтобы танк выползет. А танк точно никак не может выползти. Может. Нет? Совсем никак. Ой-ой-ой-ой. Вот это неприятно. ЦЦ нужен очень сильно.
зараза. Это очень плохо, то, что только что произошло. Потому что он там начинает уже переходить в очень опасных типков. Я думаю, вы помните, что батоны очень хороши. Мы уже с ними встречались. Ничего приятного, признаться. Сейчас будем с трех старпортов клепать с викингов, но, насколько я помню, от них было не очень много толку. Мины еще пригодятся, конечно. Есть опс. Мины, торы, вот вся такая фигня. Самое главное, конечно, много-много викингов. Недостаточно минералов. Недостаточно энергии. Вот почему недостаточно минералов все время, потому что база закончилась уже фактически полностью. Недостаточно минералов. Месторождение минералов выработано. Недостаточно минералов. Еще одна орбиталка, думаю, пригодится. Месторождение минералов. Ну и просто вот очень много викингов. Я не знаю, видимо, на лимите 200 попробуем уже идти вперед. Встретим на атаку. Тяжело будет. Сразу готовлю себя и вас к этому морально. Тут обязательно нужна планетарка, вообще без разговоров. Не пойдем раньше, чем там появится планетарка. Потому что нас просто износило. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Скорее. Недостаточно минералов. Кого подлада? Если недостаточно энергии, недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Если наши КСМ атакованы. Ну это нормально, пусть он мне чуть лимиты уберет, я вообще не против. Серьезно, абсолютно не против. Не вижу ничего страшного в том, что у меня сейчас будет немного больше армии саплая. Газы там потихоньку заканчиваются, это тоже нормально. Улучшение завершено. Все, у нас 200 лимита. Недостаточно. Как вы думаете, вот эта фигня с маскерерами справится? Куда стрелять? Хорошему, конечно, сколько нужны минералов. Еще гасты. Недостаточно минералов. Недостаточно энергии. Оружие тут. Даешь разбой. Страшно, не знаю. Очень страшно, не хочу. Не хочу, нет. В чем дело? Блин, как страшно идти вперед сейчас. Куда стрелять? Он тоже, видите, ему тоже страшно, на самом деле. Там никаких темпов нет. Давай сожжем что-нибудь. Выкладывай. Не хочу. Оружие тут. О, давайте еще Тора подождем. Не молчи. Что такое, танк спрашивает? Сейчас ты поймешь, что такое. Поймешь, что мы тупим, тормозим. Положись. Чем? Сколько можно? Есть горячий. Где он? Куда стрелять? Пацаны, я не знаю. Слышу, слышу. А вот он. Там мазершип. Давайте мы его как бы в неудобную позицию загоним. Ты не думаешь, что он такой камикадзе, что пойдет в размен? Сколько можно?
все и колется. Вон там батончик какой-то сейчас будет потерян. Я не продержусь в одиночку. Темплары не могут нас поштормить. Удобно. Ну не надо, пожалуйста. Ну, ну блин. Ну лол. Недостаточно энергии. Недостаточно минералов. Мозгов недостаточно у нас. Недостаточно минералов. Как закричали темплеры. Здесь становится жарко. Он уже давно стало прохладно, а не жарко. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Ну, просто юниты сильнее. Вы же знаете. А, это наоборот, это у меня юниты сильнее должны быть. Завершено. Стрелять, колотить. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так. Виспеновый гейзер иссяк. Ничего себе, он даже контролит, прикиньте. Давайте убедим его, что тут одна мина получилась. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Не факт. Недостаточно минералов. Или факт. Ну зато он, видите, мины не контролит. Месторождение минералов выработано. У меня там, кстати, на одной газилке было два раба. Ничего, теперь будет один. Она все равно скоро закончится. Недостаточно минералов. Ну да. Недостаточно минералов. Вот-вот закончится. Виспеновый гейзер иссяк. Иссяк. Так говорит, иссяк. Недостаточно минералов. Смирись. Недостаточно Смерть. Минералов. Недостаточно минералов. Ваши войска атакованы. Недостаточно минералов. Да. Выкладывай. Оружие тут. Недостаточно минералов. Ну я опять буду собирать как бы вот 200 такого лимита. Я не знаю, могу, конечно, чисто про формы ради гастов построить, но как бы... Я же рак, я все равно не размикрю. Это очень тяжело на самом деле. В 200 на 200 размикрить гастов. Ну какой-то мирный протос, не знаю, он, видимо, хочет, чтобы мы поиграли. Ну давайте. А, не давайте, еще гостакадемия нужна. Да ни хрена себе, это все дорого. Нет, забейте, не буду. Буду сплититься, как босс полукругом. Смотрите, какая армия шикарная. Красавцы Торы. Мощнейшие викинги. Куча мин. Да как эта армия вообще может кому-то проиграть? Не понимаю. Наши КСМ атакованы. Оо! Слышишь? У меня тут турели, оказывается, нет. Тут апсы где-то есть, я не понимаю. Похоже, нет. Месторождение недостаточно энергии. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно. Так, есть 200 лимита. Короче, план такой, смотрите. Да ну че я турели не ставлю-то? Ракопаук. Да ну пошел ты. Недостаточно энергии. Что стряслось?
ничего, всегда в таких случаях говорите, зато у меня будет намного больше арм сапплая. Рабов же слили. Давайте отменим. Недостаточно минералов. А вот подлодать. Какой зато армия сапплай, а? Недостаточно минералов. Просто вот божественный. Улучшение завершено. Ну что, погнали. Значит, смотрите, что делаем. Сейчас все объясню. Эй, ну подожди, дай только я расплечусь. Ну не лезь, не лезь, ну стой. Не спеши, не спеши, не спеши. Где мины? Что у нас? Так. Все нормально, все под контролем. Ваши войска атакованы. Погнали. Вообще плевать просто. Да ну вы ж... Ну, короче. Да чё я так флам разваливаюсь-то? Ну блин, ну ребят, ну это не серьезно. Все ж было по плану сделано, штормы ведь не зашли. Такой сплит был полукругом, а? Да ну его. О. И, кстати, у меня многовато в конце было рабов 35, я думал, что у меня их штук 20 осталось. Ну, блин, я не знаю, что нужно против этого лимита 200 делать. Конечно, в теории можно там нарассказывать, типа, о, надо строить Гастон, вся фигня. Но, блин, почему я должен строить Гастон, дико сплитить армию, там, shift-кликать все, а Протос просто отправлять через атаку? Это немного нечестно, не находите? Я тоже хочу просто настроить юнитов и отправить через атаку. Почему он может, а я нет? Не знаю, походу нужно будет в батлов тогда. Хотя, а чем батлы лучше, интересно. Да фиг знает, чем это убивать, я не знаю. Нам нужно больше минералов. Просто не знаю. Надо просто не доводить дело до этого лимита. Если вам кажется, что, ну, типа, вот в ходе проблем не было, что изменилось. Кэрриеры изменились. Раньше с ними проблем не было, а теперь с ними проблемы есть. Ну, конечно, это за победу не считается, так что играем дальше. Ох, блин. Кошмар какой-то. Короче, для поддержания моего морального духа сейчас срочно рекламная пауза. Я хотел бы напомнить, что у нас буквально вчера вышел первый номер журнала Clever Games во втором квартале 2015 года. Он же седьмой номер нашего журнала, в котором мы, как и обещали, поделились своими впечатлениями об этой версии второго StarCraft Legacy of the Void. И здесь также есть несколько очень интересных медиа-дополнений, посвященных СК2 лотов. Так что советую вам зайти на наш сайт. И если вам нравится наш журнал, нравится идея поддержания трансляции текстовыми материалами интересными, то рассмотрите возможность подписки на наше издание. И... Заиграем. И у вас будет возможность, во-первых, знакомиться с отчетом о первых днях бета-тестирования лотов у нас в этом журнале. Целая рубрика, которая называется «Дневник Legacy of the Void», посвящена первым нескольким дням. Ну и кроме того, вы... Первым нескольким дням бета-теста. Кроме того, вы сможете оценить
билдордеры, с помощью которых мы справились с Liquid Bunny и с легендой второго StarCraft, с Кирикаки. Как раз там две игры посвящены, два медиа-дополнения посвящены просто вот такого рода играм. Ну а третья игра посвящена, в смысле не третья игра, третье медиа-дополнение посвящено разбору как раз Ravager Rush, который я в очередной раз сыграю прямо сейчас, потому что нужно уже побеждать и заканчивать трансляцию. Мы им довольно давно в эфире. Напомню, для тех, кто не видел самое начало стрима, в самом начале мы играли с Верди и с Адонминусом. С Верди мы разошлись 1-1, а вот Адонминус меня разгромил 3-0. Ну, я думаю, вам будет интересно посмотреть те записи. Записи, собственно, появятся на моем YouTube-канале. Ну, если вы не знаете, где это, как это, то лучше просто подпишитесь на Twitter, который расположен вот там вот справа на ваших экранах. Там же, где и ссылка на наш сайт, на сайт clever.press. Ну, кроме того, естественно, у нас будут продолжаться и дальше трансляции по Legacy of the Void. Сегодня у нас третий день игр. Когда там у нас уже... Ну, завтра трансляции точно не будет. Потому что завтра финалы World Championship Series. Не то чтобы я их планирую стримить, но, может быть, одним глазком хотя бы глянуть. И вам советую сделать то же самое. Ну, а вот послезавтра, скорее всего, как раз будет следующая трансляция. Хата у него, ну так, серьезно позже, но это просто у него билдордер такой не оптимизированный по сравнению с нашим. Так, куда это вырабатывалось? Сюда. Двух оверов заказали. А мув кто будет делать? Иван Федорович Крузенштерн? Кто-то другой. С мувом я, конечно, тупанул. Очень поздно теперь наша атака придет. Вместо 4.30, 4.40. Ну ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Нужно больше минералов. Четыре. Нам нужно больше минералов. Пять. Есть контакт. Теперь нужно 375 газа. А все остальное мы сливаем в лингов. Кстати, еще один овер мне пригодится. Я точно помню, что 60 лимита мне всегда не хватает. Что вот supply block 60-60 можно получить в момент морфа ревейджера. Че? Я ничего не понял, что там произошло. Так, что дальше? Вот мы потихонечку бежим вперед лингами. Сейчас заморфим ревейджеров. Наши 5 штучек стандартные. Оп! Как все? Четко, красиво, гладко, а? Слушайте, а грейд нам овлингом-то очень вовремя готов. Вот мы приходим на 4.30. Какой тут уже лейер? Воу! Друг, ничего не перепутал? Что это за бред вообще? Ну ок, убиваем лейер, убиваем Роуч Ворон, пусть делает что хочет. Ну вот так, например. Да, Ravager Rush хорошая тема, сами понимаете. Очень эффективно работает, если соперник не готов. Но вот видите, на 4.40 ты просто приходишь, и там как бы ничего нет. 4 минуты 49 секунд. Фигня вопрос. Хотя, похоже, что соперник просто не очень высокого уровня, но это уже не наша проблема. Вот так вот, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю трансляцию. Если сейчас у вас были какие-то вопросы, то я на них быстренько отвечу. Итого у нас стата 42-49. Нет? А, 42-39. То есть мы даже в плюсе по статистике. Замечательно.
В общем, еще раз напоминаю возможности подписаться на наш журнал. На нашем сайте вы также можете найти описание всех мейлстоунов деятельности нашего проекта. Ну, допустим, вот чтобы мои трансляции в активном формате продолжились в следующем квартале, мы собираемся набрать 200 подписчиков. То есть, если они наберутся, то мои трансляции Кореи и Legacy of the Void и всего на свете продолжатся и после месяца июня. Вот в данный момент у нас 43 подписки из 200. Ну, с учетом того, что во втором квартале пока прошло всего 4 дня, наверное, это очень неплохо. Здесь очень много различных мейлстоунов и дополнительного контента, который можно найти. В общем, заходите на наш сайт, читайте журнальчики. Напомню, что вы это можете делать абсолютно бесплатно. Если дело касается, скажем так, старых номеров журнала. То есть журналы с недельным опозданием появляются на сайте в открытом доступе. Но я думаю, что если вы еще не читали, то вам и старые наши журналы понравятся. Единственное, что доступно только подписчикам, это медиа-дополнение. Медиа-дополнение, то есть различные обучающие видео или там записи каких-то интересных игр. Итак, что писали? Один Люра не очень, да. Два, мех стал имбой, смотря где, но в целом, наверное, да. Ресурсы нет, мне кажется, все норм. И редко бывают лимиты 200 на 200, как раз потому, что быстрая экономика истощается. Где скачать бету? Да в гугле введите и скачайте, просто играть вы в нее не сможете просто так. Рейвены, мины, викинги, торы понизу в качестве прикрытия хелбата. И чем это сильнее, чем тот микс, который я строил против батонов? Лимит 200 керриеров не разобрать вообще никак без какого-то супер-микро. То есть по-хорошему нужно что? Раскидал все ЕМП идеально, торами пошифт-кликал, все идеально, викингами забрал мазершип, дальше пошифт-кликал, все идеально, от штормов расплитил, все. По идее это... А, еще минами закопал. То есть нужно сделать штук 6-7 дел одновременно, и тогда все будет окей. Если не сделаешь, то, извините, керриеры тебя просто убьют тупо через атаку. Я думаю, что керриеров будут нерфить, потому что они очень жесткие. Я уже не первый раз с ними сталкиваюсь, они нереально жесткие. Какие новые апгрейды за тернов появились в Лотве? Ну что я вам сейчас буду рассказывать все апгрейды? По-моему, ничего особо там не появилось, только апгрейд на дальний захват от циклоном, но лучше погуглите, я ж не очень хороший в роли справочника, просто почитайте, какие были изменения. Рева говорил, что норм заходит сейчас бейнлинг баст с одной базы. Не знаю, не пробовал. И против Ревы не играл, и против бейнлинг бастов тоже не играл. В био затерно играть бессмысленно в ТВП. Это сейчас не работает из-за дисрапторов, из-за слишком жестких опенингов через фениксов, из-за того, что тоса никак не напрячь. Рейвен из ПДД? Ну, как бы понятно, что если бы у меня было 20 рейвенов с ПДД, то, может быть, что-то бы и получилось. Но для того, чтобы получить 20 рейвенов с ПДД, и мне бы за это ничего не было, нужен был совсем другой ход игры. Караптеры не жесткие, с караптерами вообще пока, по сути, не сталкивался ни в одной игре. Поэтому не знаю, жесткие, не жесткие, но фактически я с ними не сталкивался. Так, на Твиче что писали? Батлы сильнее батонов без фидбэков? Кто вам это сказал? Вы это проверяли в юнит-тесте? Камон, давайте, лимит батлов на лимит керриеров. Абсолютно уверен, что керриеры победят с яматами, там, без ямат и так далее. Как получить бету? Стопроцентного способа нет. Если вас выберут Blizzard, значит бета будет. Отметьте у себя в бета-профайле в Battle.net, что вы хотите принимать участие в бета-тестировании. Дропсич танков под переводящихся рабов можно будет использовать? Ну, в теории, конечно, все можно, а на практике вот бывает такое, что ты идешь в дропсич танков, тебя встречают 4 феникса, как это сегодня уже было, и сразу ГГ. Вот и все. Окей, спасибо всем, кто пришел на сегодняшнюю трансляцию, жду вас и дальше. Буквально завтра трансляции не будет, послезавтра будет пролига, и, скорее всего, вечером еще один игровой день Лотва, так что... Жду вас послезавтра. Для вас работал Алекс 007. Это был проект Clever Press. До новых встреч. Всем пока и удачи.